Так, друзья, привет. Надеюсь, меня слышно и видно. Подключайтесь, мы уже буквально начинаем. Время ровно в моей локации 20.00. У вас тоже какой-то, наверное, ровный час, где бы вы сейчас не находились. Поэтому потихонечку начинаем. Вы должны видеть, по идее, мой экран, на котором вы сейчас видите тему нашего открытого урока сегодня. Этот открытый урок – часть курса Delivery Manager. И про курсы, про открытый урок мы сейчас поговорим чуть позже. Вот. Открытый урок у нас сегодня начинается Delivery Manager, технарь или управленец. Мы сегодня немножко покопаемся в этой теме. Здравствуйте, здравствуйте. В целом, если у вас чат под рукой, можете его как раз найти. Можете попробовать сейчас туда что-нибудь написать, потому что мы сегодня будем его использовать активно довольно-таки. Вот, поэтому найдите чатик, убедитесь, что меня видно, слышно. И вот, собственно говоря, первым к вам обращение у меня и будет. Те, кто уже подключились, я вижу, что люди подключаются, да, поставьте, пожалуйста, плюсик 2, желательно, если меня видно, слышно. Если вдруг чего-то из этого не работает, там не видно, не слышно или что-то такое, ставьте плюс-минус, минус-минус. Окей, плюсики пошли, вижу, значит, меня видно, слышно, прекрасно, значит, мы с вами соединились. Это самое важное для сегодняшнего вечера. Технический контакт есть, с остальным разберемся. Супер, коллеги, супер. Ага, я смотрю, подключаюсь, подгружается, новые гости заходят, супер. Ну, пока остальные коллеги подключаются, потому что всегда там 2-3 минуты людям даем на то, чтобы налить чай, дойти до места, где удобно прослушать вебинар «Открытый урок». Ну и, собственно, пока остальные подключаются, давайте начнем потихоньку знакомиться. Начну с себя, потом я попрошу вас про себя немножко рассказать. Сейчас начну с себя. В двух словах, кто я, чего я тут, собственно, делаю. Меня зовут Алексей Куксенок, я ваш сегодняшний спикер. Буду сегодня вести открытый урок и буду также участвовать в курсе «Delivery Manager», на котором, надеюсь, вас тоже всех увидеть. Что, наверное, интересно про меня знать, я в IT уже достаточно давно, уже порядка 20 лет, в этом году был юбилей, из которых 15 лет в международных компаниях, 10 лет в менеджменте в IT. Запустил за это время больше 40 проектов, собрал порядка 40 разных команд, отсобеседовал больше 300 человек. Я когда посчитал, сколько людей прособеседовал, подумал, что там не каждый рекрутер успевает столько прособеседовать людей. Вот. Но я отсобеседовал как нанимающий менеджер, соответственно, да, это было примерно половина инженеров, половина проектных менеджеров. Поскольку я сейчас действующий delivery менеджер, и я, по сути, управляю проектными менеджерами, поэтому там последние там, 3 года я их активно собеседовал, обучал, нанимал, воспитывал, скажем так, менторил и так далее. Вот, поэтому непосредственно мои обязанности как раз в этом и заключаются, поэтому половина из них – это как раз проектные менеджеры, кого я собеседовал. Что еще, наверное, про меня важно знать, что я спикер международных конференций, время от времени выступаю до сих пор на конференциях на разных, сертифицированный коуч, но вот не тот коуч, который в Инстаграме, знаете, говорит всякие там вещи, о, там, встань с утра, возьми энергию солнца, двигайся вперед. Это не про это, я серьезный executive коуч, то есть моя задача работать с людьми в компаниях, ну, точнее, помогать компаниям через помощь их людям, скажем так. Да, сертифицированный бизнес-тренер, консультант в IT, естественно, в организационном развитии IT, ментор, то есть у меня несколько менти, из которых я веду по разным темам, обычно связанным с проектным менеджментом. Вот. Ну и являюсь специалистом в области гибких методологий сертифицированным, Scrum, Kanban, Safe, вот все эти вещи. Про эти вещи, кстати, мы будем говорить на курсе Delivery Manager так довольно скользь, но тем не менее все вещи, про которые мы будем рассказывать, в частности я, если я буду эту часть рассказывать, я буду рассказывать не только как теоретик, да, но и практик всех этих историй, потому что вот уже как раз 10 лет я все эти методологии внедряю, активно запускаю в своих проектах и портфелях. Что еще про меня можно знать? Вот у меня на футболке видно, что у меня есть подкаст с этим названием, где я со своими коллегами и партнерами ведем IT-шный подкаст, где мы беседуем с разными интересными людьми из мира IT, всякие интересные темы об IT изучаем, обсуждаем. Вот, там тоже можно зайти, послушать, посмотреть, о чем мы говорим. Ну и вот QR-код ведет на наш ламповый телеграм-канальчик, где мы со спикерами в том числе обсуждаем всякие IT-шные темы. Так, про меня, наверное, все. Если какие-то там вопросы будут, можете писать в чат. Вообще чат такая интерактивная штука, да. Собственно говоря, давайте сейчас про нее... Ой, секундочку, перемахнулся, сейчас бывает. Вообще чат у нас такая интерактивная штука, как раз сразу хотелось об этом сказать, какие у нас сегодня правила с вами в нашем вебинаре. Активное участие приветствуется, да, чат, собственно, для этого и нужен. Я буду время от времени к вам обращаться, поэтому очень хочется там услышать какие-то от вас ответы, ваше мнение, комментарии. Но даже если я ничего не спрашиваю, ничего не говорю, комментировать, дополнять, добавлять какие-то свои истории можно и нужно. Если завяжется какая-то дискуссия, и вы там будете ее бурно обсуждать, все замечательно.
Все вопросы, какие вы зададите, обязательно отвечу. Может быть, не сразу, потому что буду время от времени только к чату возвращаться. Вот. Но задавайте обязательно в конце, постараемся на все вопросы ответить. Если вдруг и в конце не ответим, тогда с удовольствием можно меня будет найти лично. Меня найти несложно. Как я уже сказал, у меня фамилия довольно известная, редкая фамилия, неизвестная, редкая, да, фамилия. Если меня загуглить в интернете, то первые два листа, собственно, выдачи, это буду я. Там есть один певец песен народов Севера, но вот это не я, а вот все остальные там в первой выдаче, это буду я. Вот, обязательно можно меня и потом найти, обязательно с удовольствием их отвечу. На все про все у нас сегодня с вами полтора часа. Вот мы поговорим там еще немножко про Otus и про курс, ну и, собственно говоря, про позицию delivery менеджера и вообще технарь, управленец, или кто вообще это, что это вообще такое за специалист. Так, что, о чем, собственно, мы сегодня будем говорить, да, более детально. Начнем как раз знакомство про Otus, поговорим, пару слов расскажу, что это, что у нас такая за организация, чему мы обучаем, почему интересно и важно с ней сотрудничать. Дальше, собственно, поговорим как раз про позицию delivery менеджера, попытаемся понять, какие навыки нужны этому специалисту, какое место в списке его навыков занимает технические знания. Дальше немножко покопаемся в областях ответственности и сравним delivery менеджера с project менеджером и product менеджером, наверное, более известным вам, наверное, менеджером в IT, с которым вы сталкивались. Ну и в конце немножко поговорим про курс, про программу обучения, что, собственно, будет на курсе происходить. Ну и в конце все это подытожим, соберем, отрефлексируем и убедимся, что мы ничего не забыли и все полезное, что хотели за сегодня обсудить. Это у нас маршрут вебинара. Ну и, собственно, теперь время наступило, где я хочу попросить вас рассказать о себе. Напишите, пожалуйста, в двух словах, откуда вы, да, там, какой город, может быть, страна, начнем с того, где вы сейчас находитесь. Какой ваш опыт в IT? Тут можно мерить, в чем вам интересно, в годах, не знаю, в проектах сделанных, в запущенных проектах, не знаю, в организованных командах, не знаю, в количестве проектов, через которые вы прошли. Ну, как-то вот опишите, да, свой опыт. И дальше, собственно говоря, что интересного вы хотите сегодня знать, да, какая цель вашего сегодняшнего занятия. Коли вы решили потратить полтора часа своей жизни сегодня, наверное, что-то интересное вы хотите сегодня знать. Вот давайте посмотрим, что интересное вы хотите сегодня услышать, чтобы я мог обязательно на этот вопрос ответить, с каким вопросом вы пришли, с какой задачей вы пришли. Лера из Воронежа. Лера, прекрасно, я тоже из Воронежа, прямо сейчас физически здесь и нахожусь. Очень, очень радостно, что есть люди из родного города. Project 5 с лишним лет, отлично. Хочу больше узнать о роли DM. Лера, ты зашла, давайте на ты, ты зашла прям в правильное место. Как раз сегодня об этом мы поговорим. Что это за такая роль delivery менеджера, чем она отличается от других ролей, компетенции, задачи, области ответственности, вот это все мы сегодня как раз обязательно обсудим. Николай, Санкт-Петербург. Нежно люблю этот город. 3 года в IT. Супер, классный возраст, скажем так. Хочу понять, какие технические скиллы могут быть полезны. Об этом сегодня тоже поговорим. Да, прям это будет отдельная прям часть про то, что про техническую часть поговорим. Да, какие знания важны и нужны на позиции delivery менеджера. Москва. Дель. Не знаю, что имеется в виду. Более подробно. Знаете, delivery менеджер. Тогда DM. Delivery lead. Во. Delivery lead. Окей. Больше подробно узнать о концепции delivery management, видимо. Об этом сегодня поговорим. Так, Москва, 25 лет. 25 лет опыта в IT, господи. Хочу знать, нужно ли delivery менеджеру разбираться в канбан-методе и как ему продать нужные оптимизации процессов руководству, которое, сейчас секундочку, бежало наверх, которое обычно не бум-бум, а просто хочет, чтобы все летало быстро. Смотрите, не знаю, Бабр, 79, не знаю, как вас зовут. Мы, смотрите, прям про канбан вглубь мы сегодня не пойдем. Но вообще говоря, да, то есть мы об этом немножко поговорим, про то, какие бизнес-процессы важно знать и уметь внедрять delivery менеджеру. Скажем, канбан с этим списком обычно есть, но очень сильно зависит от того, где delivery менеджер работает. Да? Далеко не везде канбан нужен и внедряют его, но мое глубокое убеждение, что delivery менеджер должен уметь разбираться в различных методологиях, канбан точно должен быть в их числе. Если совсем прям глубоко, там, как канбан продавать наверх, ну, можете написать мне потом отдельно, можно там списаться там, в Телеграме, там ссылка на мой Телеграм была, и там поговорить на эту тему, как такие вещи продавать. Вообще говоря, продажа руководства каких-то идей, изменений, она непростая, и тут даже не сильно важно, там, канбан продаете или что-то другое, но, тем не менее, в общем, тема, да, интересная, довольно глубокая. Что еще? Кто у нас еще? Виталий сегодня с нами, 20 лет в IT. Ух, сколько сегодня собралось, так можно выразиться, IT-аксакалов, да, если можно так сказать. 20 лет в IT, так, в софте, в любых ролях сейчас релиз-менеджер. Следует ли выровнять себя как delivery менеджер, либо уже
по этой теме все окей, следует идти дальше. Да, посмотрим. Delivery Manager – это одна из, скажем так, разновидностей или вариант, возможных вариантов развития. И далеко не каждому оно подходит, не всем туда нужно идти, возможно. Об этом мы сегодня тоже поговорим, может быть, не так глубоко, но там, да, это только один из вариантов развития событий. Надеюсь, сегодняшний вебинар поможет вам понять, насколько вам стоит в эту позицию развиваться. СПБ «Начинающий аналитик» – интересная тема вебинара. Да, надеюсь, она будет действительно интересна для вас. Москва, 25 лет. Ну, за сколько сегодня прям начинавших IT, да, в начале 2000-х. Это прекрасно. PM Linux админ, послушать про DM. Расскажу. Павел Тимлиц, СПБ 15 лет в Тимлице. Тоже XT Systems, господи, сейчас. IT все-таки одна большая, ну, если не деревня, но небольшая организация. Все друг друга в лицо знаем. Ну, и, наверное, по крайней мере, через 2-3 рукопожатия точно друг с другом все работают. Да, я работал в XT Systems, тоже было дело. Хочу синхронизировать свои знания про DM. Да, поговорим. Так, коллеги, ну и Ростов-на-Дону, Юрий, 10 лет планирую переходить в руководство другими менеджерами и крупными проектами, хочу понять, поможет ли мне курс получить знания в этой области. Это точно да, но, опять же, на курсе, наверное, сегодня мы чуть-чуть об этом поговорим. Сами по себе знания, они не уникальны, условно говоря, да, то есть знания – это же полдела, тут важно знания превратить в навыки, а вот курс как раз позволяет знания превращать в навыки, позволяет их тренировать в безопасной, скажем так, атмосфере, превращая знания в навыки, потому что пока они навыками не стали, знания, в общем, такой мертвый груз, да, они просто в голове лежат, а потом потихоньку стираются, поскольку мозг их никак не применяет. Он говорит, если мы их не применяем, зачем мы это храним? И все стирает. Поэтому, в общем, как раз курс поможет это немножечко через руки пропустить, и чтобы это отложилось в голове. Так, если не продадим руководство, ничего и не улучшится. Хороший вопрос. И тут глубокая дискуссия, да, Бабр 79, снова, да, не знаю, как имя. Да, тут все непросто, продавать идеи непросто, ну, такая маленькая штука. Вы никогда не продадите людям то, что им на самом деле не нужно. Вот тут вопрос играть работать с ожиданиями и с реальными хотелками, если хотите, руководство, в общем, какие задачи не бизнес, задачи не решает. Если вы как-то вразрез с ними идете, то продать будет сложно. Но это не тема нашего сегодняшнего вебинара. С удовольствием с вами подискутирую, Бабр, на эту тему и на похожие темы. Давайте потихонечку продолжать. У нас сегодня тема такая важная, и там много информации, не хочется, чтобы мы что-то упустили. В двух словах давайте поговорим про Otus. Что вам, наверное, важно знать про нас как организацию, где мы обучаем специалистов от джуниоров до лидов? Что здесь важно? Что наши все преподаватели – это действующие специалисты с опытом. Да, как я уже сказал, я 20 лет в IT, я практик, а не теоретик всех этих историй, хотя на самом деле теория тоже у меня есть, я и получал всякие разные сертификаты на эту тему, но в первую очередь я практик. Изначально мы создавали курсы для повышения квалификации действующих специалистов, но стали получать все больше запросов на обучение с нуля, поэтому мы стараемся сейчас давать возможность любому человеку освоить специальность в области IT. Да, там, будь то джун или, допустим, может быть, уже сеньор, например, в разработке, хочет переключиться в менеджмент или в архитектуру. Да, это тоже все возможно. У нас есть образовательная лицензия, поэтому наши курсы – это программы повышения квалификации профессиональной переподготовки. То есть это значит, что вы можете получить официальное удостоверение или диплом и сделать, собственно, налоговый вычет по всем правилам налогового законодательства. Курс у нас разработан с учетом требований к специалистам на открытые IT-вакансии сейчас. Опять же, джунов до сеньоров, уже больше 130 курсов. Курс про delivery management – это будет как раз часть курсов по направлению про управление, скажем так. Ну, а также мы при этом дата-сайентистов готовим, в геймдев людей, по информационной безопасности, инфраструктурщиков, то есть девопсов, тестирование и так далее, и так далее. Я думаю, что вы точно сможете найти по вкусу себе курс и прокачать свои навыки в необходимом направлении. Что еще? У нас уже больше 600 преподавателей. 7 лет мы работаем уже на этом поприще, скажем так. 38 тысяч выпускников и уже 500 тысяч специалистов являются частью нашего комьюнити, которые читают материалы, учатся, общаются и, в общем, остались частью вот этого сообщества, где можно продолжать делиться знаниями, опытом и так далее. Вот, так что присоединяйтесь к нам. Эти 500 тысяч человек, которые в одном инфополе с вами живут, будут как бы плюсом от обучения у нас. Так, ну и давайте, собственно, переходить к теме нашего сегодняшней, собственно, встречи, зачем мы все сегодня собрались. Давайте покопаемся в позиции delivery менеджера, технарь он все-таки или управленец. Кто он вообще такой, да? И, собственно, дальше технарь или управление. Что мы сегодня хотим узнать с вами? Мы сегодня постараемся после занятия назвать ключевые навыки, необходимые для успешного delivery менеджера. Мы постараемся разобраться в важности технического опыта. Да? Там каждый будет для себя решать, я расскажу, там есть определенные нюансы. Вот. Но точно мы сформулируем различия между позициями проекта, продукта и delivery менеджера. Да? То есть известных таких позиций в IT
помимо Delivery Manager, то есть роли которых вы, скорее всего, чуть лучше знаете. Ну и погнали про Delivery Manager. Коллеги, сразу к вам снова, да, чатик далеко не убираем. Давайте вот, как вы понимаете роль Delivery Manager? Я вот так видел сегодня кто-то из коллег Delivery Lead, и это может быть немножко другая роль, да. Давайте попробуем понять, что же делает Delivery Manager, кто он такой, да. Постарайтесь его описать в понятных для вас категориях, ну, например, в компетенциях, да, что он там делает, или в задачах, в компетенциях, какими он обладает, или в задачах, которые он решает, или в функциях, которые он выполняет, да. Вот что вам удобнее, постарайтесь буквально в одно предложение, там, не знаю, в 2-3 словосочетания описать, кто такой Delivery Manager. Да? Может быть, через отличие от других позиций получится вас описать. То есть вот напишите, какое ваше сейчас понимание этой позиции. На самом деле в названии Delivery Manager много чего скрыто уже, да? Ну, то есть как бы там можно разделить Delivery Management, да? Но тоже есть такие как бы широта понимания этих всех вещей, да? Вот хочется понять, в какую сторону вы мыслите, расшифровывая эту должность delivery менеджера, да, что вы подразумеваете под delivery, что под менеджером. Да? А давайте смотреть, что у нас есть. Управление командой delivery, процессы, задачи, люди. Зачитывается, да, хорошее предположение. DM человек, который анализирует, визуализирует, обкладывает метриками, оптимизирует value stream, который проходит обычно через несколько функциональных подразделений. Чувствуется опыт давнишнего IT 20 с лишним лет, да, ну, пишет Бабр 79. Про концепцию value stream мы сегодня не будем говорить, но вообще подход правильный, потому что вообще, я бы сказал так, value stream – это поток создания ценности, это концепция из Лина. И там я бы сказал так, что вообще все, кто участвует на потоке создания ценности, должны заниматься тем, чтобы продвигать ценность по этому потоку, а все, что не является ценностью, все, что называется waste, они должны каким-то образом нивелировать, да, убирать. То есть это не только обязанность delivery менеджера, скажем так, да, но на своем участке, да, он, конечно же, оптимизирует, старается, собственно, продвинуть вперед, обкладывает метриками, визуализирует и смотрит на то, что проходит через него. Это в этом смысле, да, тоже описание неплохое. Управлять поставкой IT-продуктов, организация производственных процессов, организация взаимодействия между командами. Да, тоже правильное направление. Но, коллеги, кто-нибудь, может быть, добавит, почему же все-таки здесь delivery? То есть менеджер-то понятно, управление командами, коммуникациями, взаимодействие. Но это любой менеджер в той или иной степени все это делает. Что здесь слово delivery делает? Как вы думаете, что за delivery, каким delivery он занимается? Что он с этим delivery делает? Какие мысли, коллеги? Что он там деливерит? Сам ли деливерит или кто-то другой деливерит? А он помогает. Есть какие-то мысли? Чем он занимается? Так, пока думайте, смотрю, это, видимо, это самая сложная часть этого вопроса. Давайте я буду на него потихоньку отвечать, да? Собственно, для чего мы здесь собрались? По-хорошему, DM, доставка требований до команды, поставка продукта конечному пользователю. Да, но этим команда, в общем-то, занимается. Какая здесь роль delivery менеджера? По-хорошему, DM должен способствовать поставке ценностей. Да-да-да-да-да, это все из терминологии, скажем так, Лина, из value stream. Ну, там, повторюсь, сам value stream описан таким образом, что все, кто на этом value stream находится, они должны обеспечить поставку ценностей, иначе что они там делают? Может быть, им там делать нечего, да, если они ценность не доставляют конечному клиенту. Ну, хорошо, давайте разбираемся. Вот картинка уже небольшой такой дисклеймер есть, да, точнее, спойлер, не дисклеймер, спойлер. На тему того, чем занимается delivery менеджер, многие из вас уже угадали, все должны расстрелять DM. Ну, DM, да, кто натворил, собственно говоря, кто-то напортачил, да, в команде, а DM, естественно, отдувается. Ну, про ответственность никто не отменял, да, об этом мы сегодня тоже поговорим. Итак, delivery менеджер, действительно, связующее звено между командой разработки и заказчиком. Его основная задача – это координировать действия так, чтобы продукт или проект был завершен вовремя в рамках бюджета. Я бы даже сказал так, не только продукт и проект, а портфель продуктов или проектов. Потому что delivery менеджер, как правило, занимается ну, либо одним каким-то огромным проектом, либо целым набором проектов, которые в какой-то портфель или программу составляет. Но здесь, опять же, важно понимать, что это не только вопрос выполнения задач, но и обеспечения прозрачности процесса поставки, да, чтобы эта прозрачность была для всех. То есть delivery менеджер, как уже коллеги заметили, должен знать, как оптимизировать работу команды, как управлять рисками и как гарантировать, что все стейкхолдеры, опять же, понимают, на каком этапе находится проект. То есть вот этот механизм прозрачности, вот эти про метрики, про которые коллеги сказали, метрики не ради метрик, да, вот эта сеть визуализации не ради визуализации, но нужна исключительно для одной цели, чтобы все стейкхолдеры, которые завязаны в работе этого проекта или целого портфеля, понимали, на каком этапе находится проект, что с ним происходит. Кроме того, важно понимать, что роль delivery менеджера, она немножко выходит за рамки простой координации задач. Это тоже про управление людьми, это тоже управление ресурсами, процессами на уровне компании, но тут чуть-чуть больше. Да? Давайте как раз вот посмотрим ключевые задачи, которые помогут понять эту роль.
ну, как мы уже сказали, delivery менеджер отвечает за доставку продукта. В первую очередь, как он это делает? Он координирует команды и менеджеров. То есть delivery менеджер взаимодействует с разными специалистами, с разными уровнями управления. Задача синхронизировать работу между всеми ними, да, то есть при этом, чтобы все двигались к какой-то общей цели. Он управляет, естественно, сроками и бюджетами. Я бы сказал, даже так, что, наверное, управляет, как правило, тимлиды или проектные менеджеры на местах. Задача delivery менеджера убедиться, что этот процесс есть, что он правильно идет, и что, собственно, он контролирует саму эту реализацию вот этих проектов в рамках установленных сроков и финансов. Дальше задача, соответственно, обеспечить прозрачность процессов, то есть чтобы все заинтересованные стороны имели полное представление о том, какие этапы уже пройдены, какой вообще статус проекта, что, конечно же, снижает риски, когда все в курсе, что происходит. Ну, получается, что, если так объединить, получается, что он какой-то некий middle manager между тем лидом PM, то есть непосредственно теми, кто управляет проектом, и CTO или там директором по разработке, в зависимости от того, где вы там работаете, там CTO, как правило, в продуктовой компании, директор по разработке в сервисной компании. Вот delivery manager находится как бы на стыке тактического и стратегического управления. Он помогает, с одной стороны, технически командам в решении технических задач, но при этом он поддерживает верхний менеджмент в достижении общей стратегии. Вот, опять же, мы там с коллегой, который 20 лет в IT, там про value stream поговорили. Вот в терминологии value stream есть их три там логических уровня. Уровень там стратегии портфеля, уровень программы и уровень команд там, или уровень проекта. Вот как раз delivery manager, он сидит на уровне программном, и он объединяет как раз уровень команд. С одной стороны, он как бы смотрит в команды, а с другой стороны, он смотрит в стратегию бизнес-компании и понимает, как этот бизнес и стратегия устроен, да? Помогает транслировать это все в сторону команд. Ну, то есть delivery manager – это как ключевой такой мост между оперативным управлением проектом и стратегическими целями компании. Вот в линее это как раз получается среднее промежуточное положение. Какие особенности этой роли? Да? В целом, вроде кажется, что многие менеджеры, там, PM в какой-то степени на этой же позиции находятся, да и продукт-менеджер тоже на программном уровне работает. Но отличия здесь вот какие. Ну, во-первых, DM – это все-таки менеджер менеджеров. То есть он, как правило, управляет не только проектами, но и всей системой выполнения проектов, чтобы команда могла успешно достигать целей. Соответственно, у него часто меняется фокус. То есть если у тимлида и PM основная цель – это выполнить конкретный проект, достичь запланированных результатов, то delivery менеджер создает структуру и условия, при которых проекты реализуются максимально эффективно. То есть это его переход, скажем так, когда он был в позиции проектного менеджера, это переход от выполнения проекта к построению системы для выполнения проекта. Да? Поэтому немножечко как бы другой фокус по отношению там, к тимлиду и к PM. По Адизису. Кто знает типологию Адизиса? Напишите просто плюсики, да, кто знает, что такое типология Адизиса, ей уже много лет. Есть у него такая книжка, что такое успешный менеджер, да, или хороший менеджер, почему он не существует. Да? Интересная книжка, плюсиков смотрю немного. Ну, смотрите, значит, в двух словах, о чем идет речь. Адизис выделил такую типологию навыков, которые нужны успешному менеджеру. Да? Не проектному менеджеру, а вообще менеджеру. Да? Они заглавлены буквами PAE и I, продюсер, администратор, интерпренер и интегратор. Говорят таким образом, что у успешного проекта должны все быть 4 таких набора компетенций. Но на самом деле в жизни не бывает, чтобы все были прокачаны. И более того, на каждой конкретной позиции, даже на каждом конкретном этапе жизни компании нужны разные функции, чтобы разные компетенции, чтобы были, скажем так, ведущими. Вот. Так вот, получается, соответственно, если исходить из этой терминологии, то тимлид или там проектный менеджер, он больше, у него должна быть прокачана вот эта позиция, а навыки продюсерства, да, то есть достижение результата и интеграция для того, чтобы все это собрать воедино, достичь какой-то поставленной цели. А вот у delivery менеджера, вот в этой же терминологии, получается, что больше должна быть прокачана административная часть и антрепренерская часть. То есть его задача создать систему, в рамках которой вот эти вот цели достигаются. То есть он сам непосредственно там до проектов, как правило, не спускается или там не занимается непосредственно проектным управлением, но при необходимости, конечно, может это сделать, но его задача сделать такую систему, в которой это все работает. И, соответственно, он стратегически смотрит вперед, вот этот интерпренер, буква И, английская, она про стратегическую историю, про то, чтобы смотреть вперед и управлять, например, портфелем стратегически. Да, но бизнес-мышление совершенно верно, он как бы, он даже не тоже про бизнес-мышление, про всякое вижен, да, то есть бизнес-мышление в том числе. То есть это вот, как мы говорили, он одной стороной с мост delivery manager в команды, да, вот административная часть команды, а интерпренерство – это в сторону бизнеса, в сторону мышления, в сторону вижена, то есть в сторону такого стратегического мышления. Но стратегически управлять проектами, не понимая, какая из них бизнес-цель, ну, практически невозможно. Поэтому, естественно, конечно, это все в сторону бизнеса. Но это, условно, про стратегическое мышление, про планирование больше, чем там, на квартал, на полгода, год и так далее.
Соответственно, это означает, что для того, чтобы перейти в позицию delivery менеджера, нужно немножечко в себя прокачать позиции вот AEE, да, администратора, интерпренера, и при этом немножко приглушить PEI. Это, знаете, как бывшему разработчику, когда он становится этим лидом, очень сложно первое время не кодить. Да? Вот он заставляет себя не писать код, он заставляет, так сказать, больше фокусироваться там, на работе с командой, там, на каких-то более верхнеуровневых технических задачах. Но вот также и delivery менеджеру, бывшему проектному менеджеру или тимлиду, надо вначале немножечко эти себя приглушить эти части для того, чтобы стать более таким продуктивным delivery менеджером. Так, это мы поговорили про то, какие задачи он выполняет. Теперь давайте, собственно, перейдем к тому вопросу, один из которых был вынесен в заголовок, а техническое ли знание на позиции, нужны ли технические знания на позиции delivery менеджера? То есть что он делает, более-менее поняли, да, какие задачи он выполняет, его место, там, ну, если не в иерархии, то в структуре компании, да, это вот этот мост между стратегией, скажем так, и тактикой выполнения. Нужны для этого всего технические знания, спросите вы. А давайте попробуем покопаться. А для этого я вам сейчас снова верну ваш вопрос этот снова назад. А как вы думаете, да, вот из того, что мы уже услышали, какими задачами занимается delivery менеджер, а какими навыками он должен обладать, чтобы эти задачи выполнять, да? Чтобы общаться с бизнесом, чтобы понимать стратегию компании, чтобы понимать в какой-то степени бизнес компании, бизнес-метрики компании, да, и мы по-хорошему оперировать, понимать бизнес-метрики компании. И при этом понимать метрики командные, метрики продуктовые, да, потому что эти бизнес-метрики должны как-то в эти командные продуктовые метрики тоже каскадироваться. Как ему найти общий язык, что ему надо знать и уметь, чтобы найти общий язык с менеджментом, и при этом с командами, да, с инженерами, с девопсами, например, при этом, возможно, со смежными какими-то командами, соседней командой продукта. Смотрим, что вы пишете. Так, системный анализ как минимум. Да, я соглашусь, что аналитический, я бы сказал так, чуть объединил бы, аналитические навыки точно здесь нужны, потому что, в общем, без анализа ситуации и умения разобраться в ней довольно сложно будет. Системное мышление, проектное управление, Agile, Scrum, Kanban, переговоры, продажи, расчет экономики, бизнес-модели. Да, хорошо, скажем так, тут не все, скажем так, он должен прям уметь и делать каждый раз, но понимать, как это все организовано, ну, точно, такие вещи точно надо знать. Про навыки проектного управления я вообще за, я вообще склонен к тому, что там delivery менеджер должен быть в какой-то степени играющий тренер и уметь управлять любым проектом. Вот, с инженерными знаниями немножко там отдельная история, тут есть разные мнения, зависит от компании, но тем не менее. Процессный подход, проектное управление, переговоры. Переговоры, да, я, опять же, наверное, бы усреднил, скажем так, а генерализировал, назвав их коммуникацией. Что статистика, теория вероятности. Ну, тут, да, это все в анализ, это в сторону анализа. Я бы, опять же, сказал, что delivery менеджер далеко не часто все это сам делает. Он должен обеспечить того, чтобы эта функция выполнялась. Но понимание, как это организовано, чтобы иметь возможность там, поставить задачу и проконтролировать, тем же статистам или аналитикам точно нужно. Базовое понимание архитектур систем БД и ОП. Да, про технические знания мы сейчас поговорим. Хорошо, коллеги, вы все практически там, опять же, угадали или знали. Давайте посмотрим, что об этом говорит, скажем так, наука о управлении. Значит, ну, на картинке уже примерно понятно, да, состав его компетенции, чего он там должен уметь, знать и делать. И уже, наверное, понятно, наверное, что, наверное, большая часть времени у него занимает в его работе. Но давайте проговорим на всякий случай. Значит, в первую очередь, это управленческие навыки, конечно же. Здесь важны умения планировать и управлять ресурсами, координировать команды, контролировать бюджеты, оптимизировать процессы. Ну, то есть все, что является основой, которая позволяет удерживать проекты в рамках бюджетов и сроков. То есть все, что мы называем управленческим навыком. Естественно, коммуникационные навыки. Мы видим, что коммуникационные навыки, это, помните, мы говорили про переговоры, там, разговоры, донесение информации, это все коммуникация. Да, я чуть позже дам. Соответственно, все эти вещи у него тоже должны присутствовать, он должен уметь выстраивать четкое взаимодействие с клиентами, естественно, внутренними командами, смежными командами, топ-менеджментом. Задача, собственно, поддерживать при этом прозрачность и единство целей, да, вот в этой всей истории. То есть просто рассказывать про проект мало, да, мало. Нужно еще, чтобы все понимали, к какой цели мы все идем, и при необходимости не вносили вклад в это самое движение к цели. В противном случае, как бы, ни один проект, уж тем более портфель проектов туда не попадет. Управляем рисками, да, естественно, история вынесена отдельно, хотя это, ну, конечно же, это про управленческие навыки, это про проектный менеджмент. С рисками важнее, почему? Потому что здесь важно оценивать и минимизировать риски не только на уровне конкретного проекта, но и всего портфеля там, или программы, да, повторюсь, delivery менеджер часто работает с набором проектов,
ему, соответственно, важно управлять рисками не только на уровне проекта, но всего этого портфеля. Более того, это отдельный такой навык риск-менеджмента портфеля. И он как раз становится возможным только когда есть человек, который видит все эти проекты целиком, да, их взаимосвязи, сложности и так далее. Ну и технические знания. Вот, собственно, вопрос про технические знания, на которых мы сегодня с вами делаем упор, да, не сколько про управленческие, сколько про технические, потому что именно это вынесено в заголовок нашего сегодня с вами вебинара. И здесь, собственно, опять же, актуальный вопрос, да, нужно ли delivery manager глубокое техническое понимание того, что делают команды, да, в которых он участвует. Ну, скажем так, не всегда требуется доскональное знание всех технологий. Важна, я бы сказал так, способность понять технические аспекты проектов на базовом уровне, чтобы, собственно, принимать обоснованные решения и доверительно взаимодействовать с инженерами. Да? Я бы сказал так, валидировать то, что инженеры говорят. Да? Или, например, предлагать им какие-то возможные инженерные решения. Сразу, опять же, оговорюсь, что, например, я такой delivery manager, кто в инженерную часть, например, своих команд не лезет. Потому, ну, я, по сути, по аналогии с проектным менеджментом, я скорее программный менеджер или портфельный менеджер. Но есть позиции часто в сервисных компаниях, где delivery manager – это, по сути, некая вариация архитектора, да, с управленческими навыками, управленческими задачами, которые очень много времени посвящают именно технической составляющей проектов, с которыми он работает. Да, ну, собственно говоря, вопрос, нужны они или нет, в каком объеме. Значит, тут небольшую такую, сделаем такую остановочку, да, прежде чем нырнуть совсем в эти в технические именно задачи, какие он там выполняет. Один из, собственно, наиболее как раз частых вопросов, нужны ли эти, повторюсь, навыки технические, чтобы стать успешным delivery менеджером. Повторюсь, они помогают, потому что облегчают взаимодействие с командой, разработчиков. Иногда даже нужно эти процессы, собственно, ставить, особенно когда идет речь о сложных технологических процессах. Но на самом деле важнее управленческие навыки, потому что он все-таки менеджер. Помните, я спрашивал, вот если разделить слова delivery и менеджер, да, что от delivery, что от менеджера останется. Вот delivery – это про то, чтобы убедиться, что инженерные практики в командах есть. Если они там уже есть, и они работают хорошо, то вам ничего, собственно, внедрять не надо. Ваша задача – убедиться, что эти процессы повторяемые, они не зависят от людей, они приносят там результат и так далее. То есть вот задача включать как бы менеджера в этой конкретной части. Вот. Но здесь важна именно гибкость и адаптация, потому что, скажем так, один управленческий процесс может быть заменен другим, инженерный процесс другим, и важно вовремя уметь это понять, где нужно переключиться, где там что-то поменять, может быть, какую-то идею не отстоять, дать возможность команде самой решить, что надо делать. Ну, в общем, быть гибким в этой части, это как раз такая очень важная история для delivery manager, да. То есть, опять же, по мне, какие-то технические вещи лучше получить команде, чтобы команда сама решила, как ей там лучше это сделать. Вот, задача убедиться, что этот процесс повторяющийся, рабочий и приносит пользу всем. Ну и, собственно говоря, да, технический опыт, естественно, помогает, потому что очень часто приходится работать с командами, определять эти самые инженерные практики, валидировать оценки проектов. И это, конечно, все нужно для того, чтобы это все сделать. Технический опыт, конечно же, нужен. Ну вот сейчас немножко давайте чуть поглубже нырнем, да, про то, какие, наверное, в деталях знания и скиллы, там, навыки нужны delivery менеджеру для того, чтобы в этом всем покопаться, в этом всем успешно это все поставлять. Ну, начнем, скажем так, со знаний. Что тут важно иметь, что тут важно знать, скажем так. Тут нужен так называемый достаточный технический бэкграунд, то есть понимание ключевых аспектов технологий, с которыми работает команда, помогать, собственно, менеджеру вести этот диалог с разработчиками, поддерживать реалистичные ожидания, оценивать технические решения, да, убеждаться, что команда сейчас не оверинжинирит, а действительно решает задачу, там не пишет какой-то внеземной, самый универсальный фреймворк на свете, да, а решает действительно поставленную задачу. Важно знание разного рода инженерных процессов, ну, начиная с понимания этапов разработки, там, жизненного цикла, там, проекта, там, планирование, имплементация, тестирование, развертывание, деплой, там, саппорт и так далее. Вот это вот знание помогает понять и предложить всяческие улучшения, особенно когда ты их видишь, находясь над проектом, да, когда люди в проекте находятся, иногда им просто изнутри не все видно. Поэтому понимание, как это работает, помогает вот такие вот наблюдения делать и, собственно, доносить до команд, вместе с командами потом имплементировать. Знание других инженерных процессов, таких как CI/CD, GitFlow, всякие там парные программирования, понимание процессов тестирования, как пишутся тест-планы, пишутся тест-кейсы, как тест-кейсы автоматизируются. Вот это все, конечно же, очень помогает в настройке, правильной настройке процессов delivery в каждом конкретном проекте и в портфеле проекта. Что еще важно? Важно, конечно же, какие знания еще важны в техническом направлении, в техническом менеджменте. Это умение декомпозировать и решать всякие рода задачи и проблемы. Ну, потому что, в общем,
тут это такой, я бы сказал, критически важный навык, потому что разбивать задачи на более простые, структурированные, они помогают и команде их реализовать, а вам, там, как delivery менеджеру или там, другим руководителям, там, проектному менеджеру, тем лиду, потом их контролировать, их выполнение. Вот это знание, конечно, как это технически делать, тоже нужно. Но знаний мало, как мы понимаем, нужны еще какие-то навыки, как это делать все руками, да, как это все руками делается. Что здесь важно с точки зрения хардскиллов, да, вот в этой части, в технической области для delivery менеджера? Важно умение, скажем так, подстроить процессы под специфику команды и задачи, оно позволяет оптимизировать разработку, да. Если эти, опять же, как мы говорили, процессы меняются, проекты меняются, команды меняются, да, и иногда да, процессы, которые отжили уже свое, как-то, наверное, вы уже все видели, когда приходишь в какую-то компанию, и там какой-то идет процесс рудиментарный, явно вы спрашиваете, почему так, а все говорят, ну, у нас так заведено, да, так было всегда. Вот умение видеть, что некоторые процессы уже не нужны, или нужно поправить, или вообще убрать, там, кильнуть, да, это тоже важный навык для delivery менеджера. Опять же, да, умение оценивать и валидировать проекты, да, как мы здесь говорили, поскольку без технических знаний валидировать, как там структурирован проект, как он декомпозирован, какие задачи там внесены в скоп проекта, да, какие там технические задачи, функциональные задачи, там, отличие функциональных от нефункциональных требований. Вот это все, конечно, помогает знание и умение, навык вот этот вот валидации проектов, он, конечно, позволяет оценивать бюджеты, сроки, проверять жизнеспособность решений, чтобы избежать лишних трат и времени и ресурсов. Потому что мы помним, одна из задач, в том числе delivery менеджера, это эффективность этих самых процессов. Да? Овер-инжинирить и сказать, там, любой проект мы сделаем за миллиард долларов, ну, наверное, любой может, но вот не всяк за миллиард долларов захочет у вас купить такой проект. Да? Поэтому стоит посчитать и убедиться, что названная там сумма и сроки, она действительно необходима для реализации такого проекта. Какие еще навыки нужны, там, условные из хард-скиллов, да? Ну, кстати, поставьте плюсики, хард-скиллы, софт-скиллы, такие терминологии всем понятно, да, поставьте плюсики. Если вдруг непонятно, поставьте минус, я чуть-чуть на этом остановлюсь, да, отдельно. Мне кажется, этим терминологией уже много лет, но, тем не менее, вдруг не встречались. Ну, здесь хард-скиллы – это такое, скажем так, твердые навыки, которые, скажем, у менеджеров от софт-скиллов очень сложно отделяются, потому что наша работа нас в целом про коммуникацию, про софт-скиллы. Сложно сказать, где у нас хард-скиллы, а где у нас софт-скиллы. Да? Вот. И вот, собственно, в хард-скиллах, в технической части, да, тут именно эти вещи важны, поэтому такое условное разделение, да, что из них хард-скиллы, что софт-скиллы, довольно сложно понять. Но вот мы вот так это определили для себя. Что еще? Да, умение, опять же, в хард-скиллах важно, то есть иметь навык решений стандартных проектных проблем. Да? То есть должна быть какая-то насмотренность, то есть уже много видеть проектов до этого момента надо было, чтобы понять, как вот большинство стандартных проектных проблем решается. Да? Вот, ну это проблема такого-то рода, там, не знаю, проблема коммуникации со стейкхолдерами, решается так-то, так-то. О, это проблема там, не знаю, там, планирования, нужно там, подтюнить планирование для того, чтобы вовремя поставлять клиент, ну и так далее. То есть вот умение, такая насмотренность решать стандартные проектные проблемы. Ну и, собственно, в хардкиллах тоже мы считаем, что нужно постановка и декомпозиция задач, тоже важная история. То есть грамотно формулировать задачи, делать их понятными своим менеджерам, то есть проектным менеджерам или даже командам, если мы напрямую с командами работаем. В общем, помогает сфокусироваться этим командам и вашим сотрудникам на том, что нужно сделать, достигать результатов. А вы сможете при этом отслеживать прогресс. Плохо сформулированная или плохо декомпозированная задача, как мы все знаем, очень плохо понять, сделано или нет, да, какие там критерии оценки, довольно сложно вывести. Это по хардскиллам. По софт-скиллам. Сейчас, секунду, фокус потерялся. По софт-скиллам. Софт-скиллы – это то, что, опять же, скажем так, если мы говорим про инженера, там мы сравним хардскиллы – это знание каких-то языков программирования, то софт-скиллам – это такое, опять же, у инженеров коммуникационные всякие вещи, которые связаны с взаимодействием с другими людьми. У менеджеров все сложнее, отделить их довольно сложно, но в софт-скиллах, вот как мы определяем, да, скажем так, что здесь важно уметь менеджера вот именно в технической части его области применения его деятельности, это умение быстро погружаться в проблемы. То есть способность быстро вникать в детали, в задачи и понимать его контекст, даже если проблема новая. Мы все понимаем, что delivery менеджер, вообще говоря, позиция такая, в которой часто имеет дело с эскалациями, то есть он является точкой эскалации, и он эскалирует менеджмент выше, это, как правило, уже такой уровень бизнеса, сейчас об этом тоже поговорим. Но, тем не менее, соответственно, до него часто долетают такие проблемы, которые не смогли быть решены на своем уровне. Ему нужно уметь быстро понять, что произошло, как эту задачу быстро пофиксить.
Также, соответственно, здесь важно умение креативить и принимать всякие нестандартные решения, применять. Оно позволяет справляться с уникальными проектными вызовами. То есть если в хардскиллах, скажем так, в части уже до автоматизма доведенных навыков умения работать со стандартными проектными какими-то вызовами и проблемами, то в софтскиллах нужны как минимум механизм или понимание навыка работы с задачами нестандартными, которые появляются время от времени и, например, в конкретном проекте. Собственно, дальше уметь тоже эскалировать, то есть не он только является точкой эскалации, но и он должен уметь эскалировать и к своему менеджменту, и, допустим, к менеджменту смежных команд, а может быть, даже смежных организаций. Это важный навык, то есть delivery manager должен уметь пользоваться этим навыком. Эскалация – это не просто на кого-то донести, скажем так, да, эскалация – это механизм решить задачу, когда у тебя не хватает какого-то рода ресурсов. А вот delivery manager, соответственно, должен уметь это делать тоже. Естественно, должен принимать ответственность за свои решения, эти самые выбранные подходы, особенно креативные, да, нести полностью ответственность за то, что он решил. Ну и, конечно же, в софт-скиллах это умение добиваться целей проекта, при этом поддерживая баланс интересов стейкхолдеров и поддерживая общее доверие и качество работы. Вполне возможно, на самом деле, да, вот про комментарий про CTO, ну, на самом деле, да, в технической части он, я бы сказал, в этой части, может быть, CTO на своем уровне программном и заменяет, да. Другой вопрос, что у этого CTO таких программ и таких delivery менеджеров может быть с десяток. Да? И на своей части, вот именно части своей программы там, или портфеля, которым занимается delivery менеджер, да, эти технические вопросы чаще всего закрывает он. Опять же, он не означает, что он не с CTO своим не советуется, не ставит его в известность. Как мы говорили, взаимодействие наверх – это часть его непосредственной работы, причем такое прозрачное, максимально прозрачная работа наверх с менеджментом. Конечно же, это часть его работы. Но, повторюсь, CTO, он ответственен за... Скажем так, таких у него delivery-менеджеров может быть 10, может быть 20. Конечно же, он в каждую степень не залезет, но примерно смысл понимания такой же. Не-не-не, это не то, что двоевластие. Это, скажем так, про то, что в CTO нужно это все, он на своей позиции тоже выстраивает систему, чтобы все программы работали в одном поле. Да? А delivery-менеджер именно в своей программе смотрит. Каждый как бы delivery-менеджер в своем треугольничке следит за этим. CTO следит за всеми. Он не может с каждой нырять, точнее, как по необходимости, он, конечно, тоже нырнет, так же, как delivery manager ныряет в проекты при необходимости. Но он выстраивает систему, что весь треугольничек работал. Поэтому, конечно же, там пересекаются от EM. Ну, про EM это вообще отдельная история. Про engagement manager мы сегодня не говорим. Это такая роль еще, по мне, менее определенная, чем у delivery manager. Но в данном случае, там, в том понимании, в каком я там работал с engagement менеджерами, ЕМы в сторону прям смотрят клиента очень сильно. Я бы так их назвал адвокаты клиента, да, в вашем проекте. Delivery менеджер все-таки адвокат команды и адвокат компании. Да. Я покажу потом картиночку, где это будет больше понятно. Там будет сравнение не с ЕМом, а с продукт-менеджером. Но вот продукт-менеджер, он такой ближе к клиенту, а ЕМ, по мне, ближе к клиенту. И ЕМ, более того, техническими вещами вообще не занимается. Ну, по крайней мере, в моем понимании, да, там, с которыми я работал. По техническому менеджменту, еще раз, это именно техническое направление, это технические скиллы, которые, знания, которые нужны менеджеру, delivery менеджеру. На самом деле там есть отдельно у него и управленческие навыки, про которые мы говорили, помните, там есть и управление проектом, и знания методологии, это все за пределами вот этой штуки, да, это именно техническая часть, потому что мы сегодня смотрим в его маленькое направление деятельности, насколько и какие технические знания ему нужны. Коллег, есть какие-то здесь комментарии, мысли? Что увидели, да, вот кто-то нашел их похожим на других, там, на CTO. Да, в технической части, да, пересечений много. Потому что, повторюсь, delivery manager в своей части, в своем там треугольничке, в своей программе, там, группе проектов, соседний delivery manager в своих, следующий в своих треугольничке, а CTO, соответственно, за этим всем должен, он обеспечить, чтобы, обязан обеспечить работоспособность всех программ. Точно так же, как delivery manager обеспечивает работоспособность проектов в своей программе. Это нормальная история, конечно же, вещи там пересекают. То есть так же, как проектный менеджмент, да, мы будем на курсе изучать, про проектный менеджмент говорить, и там классическая работа проектного менеджера. Конечно же, он тоже в этом смысле пересекается область. И здесь не двоевластие. Здесь вопрос в том, что проектный менеджер непосредственно проектом занимается, а delivery менеджер группы проектов. И он может, соответственно, нырнуть в проект при необходимости, да, проектный менеджер вообще, по идее, должен сам это все делать, или там team lead. А может и не нырять, но должен обеспечить систему, чтобы она работала. Так, коллеги, есть какие-то еще вопросы, комментарии по части вот технической? Более-менее стало ли понятно, да, что он здесь должен делать? То есть он ныряет, но не сильно глубоко, но он должен понимать, что делает там команда, не знаю, что делают девопсы у него в команде, что делают разработчики, не знаю, что делают автоматизаторы, да, в его команде, там, что тестировщики делают.
должен уметь помогать эту, декомпозировать их задачи, смотреть, что, правильно ли они эти задачи декомпозировали. А то, знаете, бывает такая история, когда команды, особенно молодые, декомпозируют задачи в спринт, ну или там не обязательно спринт, какими там итерациями они работают, там больше 8 часов, там на 20 часов, на 40, на 50 часов. Мы все знаем, что это холиварная идея, но как бы мы так привыкли называть в своих компаниях, если задача декомпозирована больше, чем на 40 часов, это большая, большая программистская бесконечность. Программистская бесконечность. А если больше, чем на 8 часов, то это малая программистская бесконечность. А почему? Потому что на самом деле, с этой точки зрения, задачи как будто бы не оценены. Поэтому здесь важно смотреть, насколько задачи команды тоже декомпозируют правильно. Есть дублирование? Да, есть дублирование. Я сейчас попробую показать на картинке, скажем так, их взаимодействие, более понятных ролей. И delivery manager действительно, на самом деле, смотрите, какая история. Эта же роль появилась относительно недавно. Да, вот она, скажем так, я в этой роли работаю, сейчас скажу сколько, 3 года. До этого момента, наверное, вот, а известна она была мне еще года, наверное, 3. То есть ей на самом деле не так много лет, там порядка 5-6 лет, и она выделилась из существующих задач. То есть эти задачи кто-то до этого всегда и выполнял. Просто было, стало понятно, что когда есть сложный проект или есть группа проектов, нужно выделенный человек, который занимается определенным кругом задач, которым до этого занимались проектный менеджер, тимлиды, например, да, чтобы он фокусировался именно на них, чтобы он фокусировался на практиках управленческих, чтобы он фокусировался на инженерных практиках, чтобы убедиться, что delivery, да, почему здесь delivery это менеджер, что delivery, то есть поставка ценности клиенту повторяемая, она то, что клиент ожидает, она происходит вовремя, она происходит в рамках бюджета и так далее. То есть он фокусируется, delivery manager, именно на этом. Delivery manager иногда еще рассматривают как портфельный менеджер, то есть тот, который просто управляет портфелем, да, и, естественно, следит за delivery в этом портфеле. Но повторюсь, это все задачи, да, там на уровне проекта всегда кто-то выполнял. Просто когда проект становится несколько, они объединяются в какую-то мета-сущность, выделены роли, скажем так, ну, в проектном менеджменте был программный менеджер или там портфельный менеджер. В, там, да, в продуктовых компаниях такой роли, как правило, не было. Да? И тут нужно было выдумать, кто этим занимается. Тот же CTO, например, этим занимался. Но с ростом количества этих команд, количества программ и проектов стало понятно, что вот эта роль нужна. Далеко не везде она выделена, надо сказать. Да? То есть не значит, что во всех компаниях IT-шных delivery manager роль есть. Во-первых, по мне, эта роль больше такая для сервисных компаний, да, заказной разработки. Она есть и в продуктовых компаниях. Но там, повторюсь, очень по-разному трактуется. Где-то это больше в область там, технического знания, это практически архитектор, по сути, который как бы за техническую delivery отвечает. А в каких-то это больше менеджерская позиция, где задача, чтобы проект состоялся, да, и delivery manager отвечает за это. В разных компаниях, где может быть актуально, особенно при портфельном проекте, как я понял. Да, да. Он в любом случае, то есть в маленьких компаниях, скорее всего, DM вам никто не выделит эту роль. То есть DM нужен, когда усложняется структура поставки продуктов клиенту. Да? Ну, допустим, DM есть в продуктовых компаниях типа Т-банка, например. Есть в заказных компаниях, тоже есть. Но там, поверьте мне, очень по-разному эту роль рассматривают. Есть в других там банках там эта роль работает. Кстати, у нас на подкасте несколько было гостей, которые про эту роль рассказывали из банков. Там немножко, по-разному смотрят на эту роль. Но вот если вы попали в компанию, где техническая составляющая важнее, то вот примерно вот это нужно знать и уметь там делать. Повторюсь, например, в моей позиции, где я сейчас работаю delivery менеджером, эти знания нужны для того, чтобы только взаимодействовать с командами. Я не прихожу к командам, мне рассказываю, ребята, значит, у вас неправильно настроен CI/CD, да, давайте там DevOps-культуру поправим и так далее. Вот, я могу прийти посмотреть, какая она есть, оценить там ее работоспособность, жизнеспособность, оценить, насколько она вносит вклад в создание продукта, ну и так далее. Но технические задачи, технический уровень я оставляю командам, как правило. Не во всех компаниях так. И да, это там, где структурно эта позиция требуется. Она далеко не везде есть. Она далеко не везде сейчас выделена. Но если вы погуглите delivery manager, то увидите, что, в общем, много где в продуктовых компаниях сейчас эти позиции требуются. В очень высокой зрелости, так пишут, DM нужен только на очень высоких уровнях зрелости руководства компании. Да, когда всех достал, что куча пимов пилит связанные проекты, а на выходе 100% срыв. Ну, не 100% срыв сроков, но я бы сказал так, когда PM погружены в свои проекты, друг с другом они мало чего видят, что происходит. Даже если проекты смежные, например, поставляют один и тот же большой продукт, например, там, да, или какие-то смежные продукты, конечно, нужен кто-то, кто их за ними можно смотреть. Так, постоянные потери информации, кривое взаимодействие и так далее и тому подобное. Конечно же, конечно же. Такие компании нанимают человека, который называет его демом, говорит, найди нам серебряную пулю, что все эти PM были в общем контексте, общались
быстро работали, все метрики, которые понятны. Ну, скажем так, да, в целом вы правы. То есть задача, когда такое количество PM-ов, сложно в какой-то момент начинать уже прозрачности не хватает. Помните, мы вначале говорили, нужна эта прозрачность стейкхолдерам, в том числе менеджменту, о том, что происходит. Да? Человек, который интегрирует всю эту историю, да, собирает воедино и помогает менеджменту понять, где, ну, как портфель растет, что в портфеле происходит, как перформит портфель, да, какие показатели портфеля. И да, и это далеко не во всех компаниях есть, в стартапах это точно нет. Это в зрелых компаниях и возраст от 10 лет и выше, и там, да, я бы сказал, нескольких тысяч человек выше, там, до 1000 человек, условно говоря, можно обходиться без этого. Все компании, в которых где мы есть, я знаю, это там несколько тысяч человек. И 5 тысяч, 10 тысяч есть и так далее. Да, то есть в маленьких компаниях, как правило, DM не выделяют. Это не означает, повторюсь, что эти задачи никто не делает. Просто они размазаны по тимлиду, проектному менеджеру, например, там, архитектору, да, и CTO, например. Вот они, собственно, все эти потихоньку раздербанили эту роль. А в больших компаниях эту роль сливает в одного человека. Ну, кровавый enterprise в том числе, да, если говорить про кровавый enterprise и всякие там agile-подходы, которые в этом внедряются, такие сейфы, там даже для таких подобных позиций выделены есть роли, да, и да, в том числе они там нужны, да, потому что там эта роль нужна для связующая. В противном случае получается слишком большой набор разрозненных, иногда не связанных друг с другом, как будто бы команд и проектов, которые, конечно же, на самом деле связаны, и ими управлять нужно именно так. Хорошо, так, давайте дальше. Еще какие-то комментарии будут, обязательно пишите, я в конце посмотрю, прокомментирую. По техническому менеджменту, еще раз, давайте еще раз сейчас покажу, сейчас с другой стороны зайдем. Здесь по технической части более-менее понятно. Если она есть, то вот она примерно такая, да, у delivery менеджера. Если более-менее понятно, поставьте плюсики, что он должен знать и уметь, если такая часть есть. Да. Повторюсь, все эти навыки, знания, я бы сказал, нужны для любого delivery менеджера, но далеко не везде он сам их применяет, или они ограничиваются тем, чтобы понять, что говорят команды, что они делают. Поставьте плюсик, если более-менее понятно стало по технической части. Сейчас мы чуть поближе посмотрим в другом измерении, чтобы, может быть, вам стало понятней, а что же он вообще делает. Хорошо, по технической части более-менее понятно. Теперь глянем, давайте, о чем отличие от PM-ов и продукт-менеджеров. Да? Тут про терминологию немножечко скажу, потому что если вы работаете в продуктовых компаниях, то PM-ом называют продуктового менеджера. Если работаете в заказной разработке, то PM – это проектный менеджер. Вот, сегодня мы PM будем называть проектного менеджера, поскольку я просто больше в заказной разработке работал, хотя в продукте тоже, а PDM – это продуктовый менеджер, да? Ну вот, коллеги, вопрос к вам, давайте, собственно, напишите, что это за позиции такие, проектный менеджер, продуктовый менеджер, в вашей терминологии или там в вашей картине мира, как вы с этим сталкивались, чем занимается проектный, продуктовый менеджер? В двух словах опишите, опять же, может быть, через отличия, может быть, через схожесть этих вещей, ну, там, что делает, что не делает. Кто это такие проектные продуктовые менеджеры? Как я люблю обычно говорить. Да-да-да. Это про проектного менеджера или про продуктового, Николай? Как я люблю говорить, попробуйте распарсить или разобрать само название. Да? Название, на самом деле, много чего скрыто. Не всегда очевидно, но, тем не менее, оттуда можно много чего плясать. И как-то подсказки много скрыты именно в названии, да? Проект, проектом, продукт, проектом, продуктом в двух словах. Ну, тогда дайте определение проекта и продукта в таком случае. Так, PM – это проектный менеджмент, видимо, да? Управление, так, удовлетворение потребностей бизнеса, PM – выполняет скоп, срок с качеством. А, значит, PM – это все-таки продуктовый менеджер, PM – это проектный менеджмент. Ну да, хорошо, похоже. PM, PDM, да-да, я понял, Виталий. Значит, Лера пишет, PM закрывает проектный треугольник в мире заказчика, PDM дополнительно занимается поиском гипотез развития продукта. Он адвокат продукта. Да, адвокат продукта, адвокат клиент. Но это, конечно, не дополнительно. Это все-таки его основная история. И как бы разный взгляд на реализацию этих вещей. Да? То есть просто по проектному треугольнику действительно проектный менеджер занимается. PDM занимается работой с продуктом, который проектный менеджер может в рамках, собственно, этого самого проектного треугольника и реализовывать. Проектный менеджер дотащить проект в нужный срок в рамках ограничения треугольника так, менеджер, когда все вершины зафиксированы. Продуктовый менеджер – визионер, который придумывает, куда идти, и вроде бы знает рынок, но не сходит до объяснения управления реализацией. Ну, в общем, да. Кстати, надо понимать, что сейчас есть некая путаница в этих позициях, хотя мне казалось, что их развели уже достаточно давно друг от друга. Но вот что я сейчас на рынке вижу, ко мне часто приходят
на консалтинг и на менторинг молодые, там, ну, разные люди, которые хотят стать проектным менеджером и там показывают мне позиции и описывают позиции, которые, по сути, являются продуктовым менеджером. Потому что проектный менеджер, как правило, как мы знаем, опять же, живет в заказной разработке, продуктовый менеджер в продуктовой, но в продуктовых компаниях тоже есть проектные менеджеры, и часто проектным менеджером называют продуктовых менеджеров. Да? Это по мне такое, вечно путать их нельзя. И вот все-таки я бы продуктовых менеджеров продуктовыми менеджерами называл бы, но, тем не менее, такая неясность есть. Но вы, коллеги, правильно писали. Все-таки проектный менеджер, его задача реализовать проектный треугольник, да, и это является успехом его работы. А у продуктового менеджера это все-таки задача, связанная именно с продуктом, со всякими вещами, связанными с продуктом. Но давайте посмотрим детальнее, что здесь, о чем здесь речь. Значит, проектный менеджер – это сосредоточен на управлении проектом, как мы сказали, контролирует выполнение задач, срок в рамках бюджета, следит за планами, ресурсами, сроками, стоимостью, рисками. Опять же, помните, мы говорили, что про риски проектный менеджер тоже смотрит, хотя и delivery менеджер смотрит. Если delivery менеджер смотрит на риски всего портфеля, да, там, или совокупности проектов, то проектный менеджер за своим проектом, как минимум, должен следить. Хотя delivery менеджер риски конкретного проекта тоже может учитывать, потому что риски конкретного проекта могут оказаться рисками всего портфеля. Соответственно, стоимость и риски смотрит, обеспечит выполнение проекта по всяким стандартам отраслевым или стандартам компании. Продуктовый менеджер, он отвечает за развитие продукта, да, адвокат продукта, все правильно, за стратегию продукта, за вижен продукта, выравнивает его с рынками, потребностями рынка. Для этого нужно понять рынок, оценить рынок, проблемы клиента, всякие фокус-группы, вот это все туда. И он определяет приоритеты для команды, да, и он, соответственно, поскольку смотрит в рынок и смотрит в бизнес, да, помните, мы говорили про ЕМ, вот по мне ЕМ, скажем так, вот он как раз так же сбоку, как продуктовый менеджер, только он в сторону клиента заказной разработки обычно, а продуктовый менеджер в сторону клиента, там, допустим, в масс-маркете, да, смотрит туда. И его задача, собственно говоря, понять, какие же приоритеты по решению задач, соответственно, именно он и задает. И он, опять же, продукт-менеджер, в чем его особенность? Он концентрируется на ценности, который продукт, собственно, приносит пользователям, а также на всяких там окупаемости, юнит-экономики, возврате инвестиций, вот это вот все. Да? То есть там тоже есть часть финансовая, но она про, скажем так, больше там доходную часть и всякие такие вещи. Delivery менеджер, в свою очередь, это такой, скажем так, тоже с этой стороны от этой троицы сбоку немножечко, да, потому что он фокусируется на процессе доставки, с одной стороны, то есть тоже управляет сроками, качеством, убирает всякие препятствия для команды, то есть его задача все-таки обеспечить процесс доставки, да, той самой ценности для клиента. И, соответственно, поэтому он на ценность еще отдельно тоже ориентируется, потому что как раз он определяет задачи и следит, чтобы продукт удовлетворял ожиданиям там, клиентов, клиента или клиентов по качеству и безопасности этого самого продукта, но при этом занимается еще другими вещами. То есть получается, что эти роли, как бы они взаимодействуют и пересекаются, скажем так, своей ориентацией на результат. Да? То есть какой-то результат должен быть. Ну, скажем так, любой менеджер какой-то ориентации на результат смотрит, естественно, иначе зачем он нужен, этот менеджер. Но, тем не менее, в данном случае, поскольку результат для клиента, скажем так, это может быть троица легко находиться в одной, в одном проекте, скажем так, или в группе проектов, в которых они работают, то вот все в целом они должны понимать, что является результатом их работы, это их основная цель, но при этом каждый смотрит немножко на свой аспект. Это такая система сдержек и противовесов, да, то есть, с одной стороны, каждый из них смотрит за своей частью, но в основной части они все пересекаются и должны, в конце концов, прийти к какому-то общему результату, да, и тут, как минимум, понимание результата минимум необходимо, да, а максимум совместная работа на этот результат нужна. Соответственно, в чем их различает, что продуктовый delivery менеджер, они оба заботятся, скажем так, о ценности для пользователя, а проектный delivery менеджер делит, скажем так, ответственность за сроки, чтобы все вовремя попало. А при этом продуктовый проектный менеджер, например, следят за окупаемостью затрат, за финансовой частью, собственно, проекта. Да. То есть получается, в какой-то степени взаимная поддержка, которая позволяет сфокусироваться на основных задачах проекта или группы проектов, но при этом и такая противовес у друг друга. То есть иногда задачи у проектных и продуктовых менеджеров и delivery менеджера ортогональны друг другу, но как раз вот в этом противовесе друг друга позволяют найти баланс и как бы наиболее эффективно действовать. Одна из причин, почему я говорю, что проектный менеджер, продуктовый менеджер путать нельзя, это вот то, что у них разный скоп задач, и они пересекаются далеко не полностью. Но в продуктовых современных компаниях немножко такие вещи все-таки путают. Так, давайте посмотрим, что вы пишете здесь. IDM не будет понимать экономику бизнес-модели, не сделает alignment value stream бизнес-модели, то компания банкротится. Ну, конечно, да, то есть он вот про деньги, смотрите, его задача обеспечить того, чтобы денежная составляющая, то есть проектный менеджер, как правило, там, ну, является там, частью команды, delivery менеджера, конечно, его задача обеспечить все то, что делает, в частности, проектный менеджер. Да?
Потому что чаще всего delivery менеджер управляет проектными менеджерами или team lead'ами. Там он редко, когда непосредственно там в командах сидит, без никого, что называется. Но как раз, конечно же, его задача обеспечить такую систему, в которой, конечно же, проекты свою экономическую составляющую обеспечивают, да, и денег команда, компания зарабатывает. Естественно, за этим следит. Это все понятно, да, там сроки и так далее. То есть это все имеется в виду в том смысле, что, конечно же, это в том числе задача delivery менеджера, то, что делает проектный менеджер, потому что он эту среду и создает, в рамках которой проектный менеджер работает. Да, за кост он тоже отвечает, но именно в той парадигме, как я сказал, часть железного треугольника менеджер, то есть опять project менеджер, что-то я запутался. А еще раз, он обеспечивает систему, в которой работает проектный менеджер. И, соответственно, все, что делает проектный менеджер, является частью его области ответственности тоже delivery менеджер, скажем так, да, в этом, в данной конкретной парадигме. Поэтому это как в RACI-матрицах, да, он accountable за эту историю, а responsible, то есть руками делает проектный менеджер. И, конечно же, он, там, допустим, проектный менеджер посчитал экономику проекта, показал delivery менеджер. Delivery менеджер проверил, провалидировал, да, провалидировал техническую составляющую всей этой истории, помните, для этого нужны ему технические навыки. Провалидировал там, то, как проектный, с точки зрения проектного менеджмента, проектный менеджер посчитал весь этот проект, как он сосчитал экономику, как он посчитал косты, как он посчитал ресурсы, как он посчитал риски, как он запланировал проект. И сказал, да, окей, или нет. Вот, здесь не учтено вот это, вот здесь не учтено вот это, здесь не учтено вот это. Добавь вот это поменяй, и вот будет готовый там проектный план, да, можно там контракт с клиентом подписывать. Вот, соответственно, конечно, в этом смысле это вся задача delivery менеджера, он должен в этом разбираться. Но в идеальном случае это делает проектный менеджер, delivery менеджер создал среду, в которой проектный менеджер это все считать умеет и делает, да, и реализует. А delivery менеджер, условно говоря, следит по вехам, что, да, проект идет вовремя, идет по расписанию, и вот это вот все. Да, конечно, то есть в таком уровне он за этим, собственно, следит. Как я уже говорил, при необходимости он может и должен опуститься до проекта, конечно же, конечно же. Поэтому знание проектных подходов на курсе мы в том числе проходим, да. То есть это техническую только часть мы сегодня поговорили, да, то есть одну из областей. На самом деле знание менеджерских подходов, коммуникационных, проектных. Мы об этом всем будем говорить на курсе, программу сейчас покажу чуть позже. Поэтому это все, да, делает непосредственно delivery менеджер или продуктовый менеджер, но delivery менеджер в этом всем убеждается, что эта система работает, да, что это все реализуется и реализуется, собственно, правильно. Ну, диаграмма, она как бы условно, понятно, диаграмма, как любая модель. Конечно же, их можно пересечь в данном случае в тот момент, когда delivery менеджер погружается в работу проектного менеджера, это все пересекается полностью 100%. А может быть, в роль продуктового менеджера полностью погрузиться. И в этот момент они полностью пересекаются, естественно. Это вопрос про то, что он следит, скажем так, на более высоком уровне основные вещи, которые он не должен упустить вообще ни в коем случае. Да? А погрузиться он может, естественно, в любую этих зон, да, мы об этом говорили. Именно поэтому delivery менеджер такая широкая, широкий набор навыков, которым должен обладать. Да, мы с этого начали, помните, про проектный менеджмент. Там все ровно, что в проекте написано. Умение управлять сроками, бюджетами, деньгами. Все там было описано. Да, все он должен уметь это делать. При необходимости, конечно, туда погружаться. Это то, где его зона ответственности должна быть, скажем так, каждодневной. Да, скажем так, при необходимости, конечно, туда может и должен погрузиться. А, да, давайте еще тут у нас есть парочку моментов, которые нам нужно обсудить. Бабра, не знаю, извините, как вас зовут. Более-менее дистинкции навел в том, что в чем позиция delivery менеджера. Delivery менеджер на самом деле во многом у нас почковался от project менеджера, да, или team lead, который проектом управлял. Просто он стал это делать на 5 проектов сразу, что проектный менеджер условно обычно не делает. И он стал на эти 5 проектов сразу не просто за ними следить, но управлять им как единым целым. А для этого появились необходимые новые навыки, которые проектный менеджер не имел. Да, там, стратегическое мышление, взаимодействие там, с менеджментом, как правило, там, умение там, не знаю, там, бизнес-метриками оперировать. Вот это все, чем проектный менеджер, как правило, не занимается. А так, конечно же, это немножечко оттуда все взялось, конечно же. Поэтому за ним присматривает. Да, ну, скажем так, в одних из компаний так это работает. Преобразовали в программы. То есть в каких-то компаниях delivery – это, с точки зрения проектного менеджмента, это классический project, программ-менеджер или даже портфельный менеджер. В общем, да. В некоторых компаниях он ближе туда, знаете, он на несколько проектов, но он как архитектор, знаете, который за 5 проектами следит, и он больше следит за технической частью, за инженерной частью. Да, он тоже коммуницирует, он тоже какие-то метрики считает и так далее, но он в меньшей степени там занимается скрамом, канбаном, не знаю, там, или там, не знаю, в целом сроками, да, но он следит за тем, чтобы все инженерные метрики были правильные, чтобы там легаси было поменьше, чтобы рефакторинг был регулярный, чтобы покрытие кода было, чтобы там, не знаю, там, всякие модульные решения, все эти, не было монолитов, всякие микросервисы, вот это все.
Бывает аспект туда, вот он больше аспект в техническую составляющую. Бывает больше в менеджерскую составляющую, бывает в проектно-менеджерскую составляющую. Но, скажем так, с точки зрения проектного менеджмента, по сути, delivery manager – это программ или портфельный менеджер. Да, тут совершенно верно. Виталий, вы совершенно правы. А, что еще? Что еще, наверное? Да, ну давайте посмотрим, чем тут, собственно, отличается, чем отличается, опять же, delivery manager. Еще немножко дистинкции наведем, хотя, может быть, наоборот, больше запутаем, да? Но надеюсь, что больше станет понятнее. Чего задача? Задача обеспечить стабильность процессов – это вот точно то, что делает любой delivery manager, да? Независимо от того, в какую сторону у него уклон, в техническую или в сторону, не знаю, там, проектного менеджмента, он обеспечивает стабильность процессов. То есть, соответственно, он сфокусирован больше на этой самой стабильности процессов. То есть, если проектный менеджер на том, чтобы конкретный проект доставить, а продуктовый менеджер на продукте сфокусирован, он на том, чтобы стабильно проекты делались, повторялись, да еще и в группе в какой-нибудь, да? Чтобы команда работала как отлаженный механизм, он старается создать для этого такую устойчивую среду, где процессы работают последовательно и предсказуемо, и понятно для всех. Это непростая задача, потому что наладить прозрачность в уникальных какой-то степени проектах довольно сложно, но именно поэтому часто приходится иметь дело с эскалациями. Помните, мы говорили, отдельный навык в хардскиллах – это уметь разбирать похожие, понятные проектные проблемы, которые до него долетают, а в софт-скиллах умение креативно решать задачи нестандартные. Да? Ну, часто до него долетает, поэтому в его работе очень много задач вот таких вот. Поэтому я, когда планирую свой рабочий день, например, у меня примерно 2-3 часа, но обычно 3 часа я стараюсь планировать, то есть не забивать ничем, именно на вот такие прилетающие задачи, которые в процессе работы прилетают. Что дальше? Ему, соответственно, опять же, важно управлять ресурсами, при этом, соответственно, опять же, ресурсами здесь много чего под это подразумевается. Людей так не принято называть, но здесь под ресурсами в том числе понимаются и нелюдские ресурсы, да, то есть это какие-то сервера, железяки, субконтракторы, вот это все, чем он в том числе занимается для того, чтобы delivery, то есть поставка ценности клиенту осуществлялась, да. Там конкретный проектный менеджер может не уметь вообще подрядчиками управлять вообще от слова совсем, да, а надо, да, вот delivery менеджер полностью этот процесс реализует, запускает и делает так, чтобы проектный менеджер научился. Или чтобы подрядчик работал так, чтобы проект-менеджер, не имея навыка работы с ними, при этом все равно проект создал. Запустил, точнее, и довел до конца. Вот, соответственно, он запускает такие процессы, которые позволяют все ресурсы подключить к проекту, людские и не только людские, и при этом проекты, даже не проекты, проекты, вовремя и с нужным качеством осуществлялись. Ну и про оптимизацию, да, опять же, работы мы говорим, что, опять же, делать любой delivery-менеджер, обязан иметь делать. Это вот как раз... Проектный менеджер как бы сфокусирован на сроках бюджета, то delivery менеджер еще смотрит на это все сверху и старается смотреть на то, как эти результаты достигаются. Да? Повторюсь, самому проектному менеджеру, секундочку, изнутри системы обычно не видно многие вещи, которые можно и нужно поправить. И вот delivery менеджер, его задача в том числе смотреть немножко снаружи, тоже продукт менеджер там на вижене, на клиенте фокусируется, проектный менеджер немножко внутри, и вот как бы, знаешь, как-то семьяник, дитя без глаз, да. Вот delivery менеджер как раз его позиция в том числе посмотреть на это со стороны, там налево-направо, покрутиться, посмотреть, а так ли хорошо результаты поставляются, да. Есть ли какие-то проблемы в поставке, в нерегулярности поставки, в сложностях этой поставки, потому что, опять же, наверное, знаете, для многих команд там иногда релиз – это вообще катастрофа отдельная, да, там к релизу люди все выходные готовятся, то есть явно что-то надо в этом менять, что-то надо сделать так, чтобы процесс поставки релиза был автоматизирован таким образом, чтобы люди минимальное количество усилий для этого предпринимали, чтобы от них минимально всяких вещей зависело. Явно можно и нужно исправить. Вот пока delivery менеджер не пришел, там команда с этим жили и всех устраивала, да. А delivery менеджер проанализировал, понял, что здесь там тратится много сил и энергии, и где-то нужно, например, менять. И вот он, конечно, помогает командой это все обсудить и как-то это сделать. Дем-сервис delivery менеджер с канбан метода. Ну, смотрите, я бы сказал так, что это очень лайтовая версия, скажем, сервис delivery менеджер, да, и delivery менеджер классический, вот этот вот, о ком мы говорим. SDM в канбане – это все-таки в сторону, ну, скорее, скрам-мастера. Скрам-мастер работает, ну, даже, может быть, с парочкой команд, но он в очень таком лайтовом режиме просто позволяет продвигаться ценности через там или там задачам там, по канбан-доске, если говорить про сервис delivery менеджера. Delivery менеджер, вот этот, про который мы говорим, он чуть более помасштабнее, хотя глобально задача такая же. Но в чем, наверное, глобальное отличие SDM? SDM, он все-таки про downstream, то есть он ту про часть, которая реализации. А delivery менеджер, он про upstream в том числе. Да, product менеджер живет в upstream, да, то есть он создает задачи для реализации. Delivery менеджер за этой частью тоже смотрит.
он тоже должен убедиться, что полностью простроена вся система для того, чтобы продуктовые менеджеры взаимодействовали с бизнесом, снимали с них все необходимые приоритеты, обсуждали с ними задачи, задачи могли сформулировать так, чтобы команда могла решить и так далее. Delivery менеджер за этим тоже следит. SDM все-таки следит за свою часть, вот за то, чтобы они через комбан-доску пролетали, там меряет cycle time, смотрит там бутылочные горлышки, смотрит там в там, кумулятивную диаграмму потока и такой, ребяточки, значит, смотрите, у нас большая часть времени задача проводит в буфере и так далее. Да, я бы так сказал, но при этом еще раз на группу проектов еще раз, то есть он, delivery manager, редко занимается одним проектом, он, ну, либо одним каким-то огромным проектом, например, может быть, но это вот еще группа проектов, вот в чем вся сейчас суть. И здесь он еще перевносит, понимаете, между ними эти best practices, перемешивает ресурсы между ними, тасует при необходимости, приоритеты перекидывает и так далее. Вот за этим надо смотреть в совокупности, тогда получится управление портфелем или проектом, или управление группой проектов, да, delivery в этих проектах. Поэтому, да, в какой-то степени можно назвать SRM и SDM в одном флаконе, при этом в нескольких проектах сразу. Да, вот, собственно, и оптимизация, в том числе, он тоже должен заниматься, это тоже его задача. Кстати, DM может из DM в своем проекте подсказать, собственно, как оптимизировать или вместе с ним оптимизировать конкретный проект канбановский, например, да, посмотрев в метрике конкретного процесса. Так, это про delivery manager. Ну и, собственно говоря, что, наверное, что делает успешный delivery manager, чем они отличаются? Опять же, это про софт-скиллы. Я вот регулярно про эту тему говорю, хотя у нас сегодня с вами там вроде как такой, наверное, крен в сторону технических навыков, но вот все-таки по мне delivery manager в первую очередь менеджер, и софт-скиллы здесь очень нужны. Ну, опять же, поскольку delivery manager, как у любого менеджера, сложно отделить софт-скиллы от хард-скиллов, все-таки софт-скиллы в том понимании, о чем мы сегодня говорили. Важная история – это как раз способность вести переговоры, коммуникации, разрешать конфликты. До него часто долетают в том числе и конфликты, да, он же точка эскалации. Управлять, естественно, ожиданиями вот этой группы здоровенных стейкхолдеров, потому что у одного проекта это стейкхолдеров много, да, а у группы проектов их еще больше. Да. И вот всей вот этой толпой стейкхолдеров надо управлять. Соответственно, софт-скиллы помогают delivery менеджеру строить, скажем так, доверительные и долгосрочные отношения со стейкхолдерами, и что сильно упрощает реализацию проекта. Это одна из задач delivery менеджера. С командами, стейкхолдерами мы уже сказали, что он с ними работает, он знает, как их мотивировать, как управлять их ожиданиями. Ну, естественно, очень умеет адаптироваться к изменениям, сам эти изменения вносить, да, потому что меняется процесс, меняется проект, меняется группа стейкхолдеров, нужно уметь перестраиваться, да. Пример расскажу вот сейчас, да, был такой у меня один проект, довольно успешно двигался, все хорошо, все замечательно, с клиентом был подписан контракт, контракт там не самый сложный, там довольно были хорошо разделены риски, все работали, все хорошо, проект заканчивался, приходит к нам, скажем так, ну, не спонсор, а такой CEO той компании, говорит, смотрите, ваш непосредственный заказчик, тот, кто с вами до этого работал, он сейчас уходит, и на его место будет другой, там CTO был, приходит другой CTO и говорит, смотрите, а мне этот продукт не нужен, спасибо, не надо. Мы говорим, ну как не нужен, ну вот мы же все же реализовали по контракту, все сделали, мейлстоуны закрывали, вся документация есть. А он говорит, а мне не нужно, все, спасибо, как бы вы ни делали, мне не нужно. Говорит, ну подождите, а куда нам все это девать? Он говорит, куда хотите, то и девайте. Вот. Ну, в общем, это такой краткий пересказ долгих дискуссий, которые просто вылились в то, что тот CTO сказал, что мне этот проект не нужен, начал искать какие-то возможности, чтобы от него отказаться, там, рыться в контрактах и так далее. В общем, было долгие там всякие тяжбы. К чему это? Потому что вот умение адаптироваться под изменяющиеся условия – это важная часть всей работы delivery менеджера. И, кстати, не всегда можно все это предсказать, да, ты вроде работал с набором стейкхолдеров, все хорошо, они тебе все были на радаре, они знали, что происходит с проектом, все были за, все замечательно, взял стейкхолдер, поменялся, и все. И вся эта система надо настраивать заново, уметь адаптироваться довольно быстро. Конкретно в том случае там получилось довольно не очень хорошо, но были кейсы, когда выруливали, находили с новыми стейкхолдерами, скажем так, ценность в этом продукте, который мы делали, вот, и доносили эту бизнес-ценность до него и там до новых стейкхолдеров, и в измененном виде продолжали продукты делать. Вот. Эта адаптация очень важна. Да, проектный менеджер, как правило, такие вещи не сделает, уж тем более тим лид, потому что это такой уровень взаимодействия, где уже иногда надо ходить к заказчику там, с CTO или там, с инжиниринг-директором, потому что такие вещи уже на уровне компании надо решать. Так, это по поводу, что делает успешный delivery менеджер. Наверное, давайте сейчас немножко подытожим, что получилось, и какие-то вопросы или комментарии, если вдруг там что-то пропустил, давайте прокомментирую, там у нас еще будет небольшой блок, я расскажу про программу курса. Значит, кто же delivery менеджер? Он, основой его работы являются управленческие навыки, все-таки он менеджер. Технический опыт не везде обязательно, но сильно помогает. То есть даже если у вас
конкретно в той компании, где вы будете работать, delivery manager, нет задачи, там, не знаю, там, вести технические инженерные процессы, внедрять в командах, то понимание того, как ваши команды оценивают проекты, какие процессы они выбирают в качестве реализации своих проектов, правильно ли это подходы, эффективны ли они, вот это все нужно понимать, для этого нужны знания, определенные навыки и умения. Эти пункты можно и Сэму, и Agile Coach подписать, и тоже будет залогом успеха. По поводу управленческих навыков или какие вот эти вещи? Ну, на самом деле, да. На самом деле, да. Это, опять же, я бы сказал, хорошая история для любого менеджера. Да? Но про delivery менеджера здесь история какая, что, особенно второй пункт, с командами, стейкхолдерами, да, их здесь, во-первых, в разы больше. Не все проектные менеджеры со своими-то могут справиться с стейкхолдерами, а вот здесь справиться с десятками, некоторыми сотнями людей иногда в твоем портфеле бывает непросто. И это прям вот нужен отдельный навык, чтобы это сделать. И это прям вот не выстроишь правильную систему со стейкхолдерами, с их ожиданиями, многое может полететь не туда, куда надо. Вот. И спросить как бы себя, так как с delivery менеджера. Вот. Здесь умение адаптироваться тоже хорошо, потому что, смотри, умение адаптироваться. Почему здесь это важная история? Есть какой-то там процесс поставки клиенту. И внезапно клиентам что-то поменялось, процесс. Agile Coach говорит, я могу только по скраму. Смотрите, я только скрам умею, все, мы можем только по скраму вам поставлять. Клиент говорит, не нужен по скраму, нужен сейф, не нужен канбан. Или вообще, знаешь, мне вообще нужны стоимости и сроки, которые, на которые скрам, условно говоря, практически не знает, как ответить. И что скажет Agile Coach? Ну, вы не хотите скрам использовать, тогда я меняю компанию. Знаете, как у скрам-мастеров есть такая поговорка? Или скрам-мастер меняет компанию, или меняет компанию. Поняли, да, сарказм? Или скрам-мастер меняет компанию, или меняет компанию. Так вот, delivery менеджер себе такое позволить не может. Если клиент сказал, знаете, у меня другой процесс, давайте меняйте, или по какой-то причине было принято решение, что этот процесс клиент удовлетворяет, и нам нужны итерации, допустим, не двухнедельные, там, не трехнедельные, а недельные, то, в общем-то, значит, надо переключаться. И delivery менеджер должен уметь это делать. Скрам-мастер или agile coach скажет, с скрамами так делать нельзя, вы чего, нет, там надо провести 5-6 итераций, нужно посчитать velocity среднюю, при этом, чтобы команда не менялась, только после этого я вам скажу, какая, значит, будет velocity, и мы поделим, значит, продуктовый бэклог на velocity, скажем, сколько вам нужно спринтов. А клиент скажет, вы чего, мне нужно контракт сейчас подписать, а не через 5 спринтов. 5 спринтов вы за какие деньги будете делать этот проект? А delivery manager так сказать не может. Скрам-мастер так сказать может, и, может быть, даже, скорее всего, скажет. Вот, поэтому, да, навыки, софт-скиллы, естественно, нужны всем, скрам-мастера и agile коучи здесь не исключение. Уметь работать с командами, стейкхолдерами, да, но, скажем так, масштаб их работы у agile коучи и скрам-мастера все-таки немножечко другой. А уж про умение адаптироваться, знаете, скрам очень прескриптив история, там влево-вправо не подвинешься. А вот как раз delivery manager должен уметь подвигаться не только влево-вправо, но вверх-вниз, и еще и по глубине. Поэтому, в общем, да, в какой-то степени, конечно, всем важны, но delivery manager без этих навыков точно не случится. Вот, собственно, о чем речь в данном слайде. Да, еще раз, значит, про, как мы уже сказали, управленческие навыки – основа, в том числе управление проектного менеджмента, да, и всяких подходов типа канбана, скрама и все такое прочее. Технический опыт не обязателен, но очень сильно помогает в некоторых аспектах, если у вас такая компания, то вообще является обязательным. И поэтому их тоже нужно прокачивать. И мы на курсе мы их тоже будем прокачивать, будем про эти инженерные практики говорить. Ну и, собственно, это роль, которая, конечно, требует гибкости и адаптации. То, что написано в скраме, вот, но тут гибкость и адаптация не только в рамках скрама, да? Гибкость и адаптация во многих аспектах, и не только инженерных, но и процессах управленческих, бюрократических, организационных, да? Что сильно за пределами того же скрама, да? Или канбан. Так, коллеги, давайте здесь, на этой части, у нас остается чуть-чуть времени. Есть ли какие-то вопросы, комментарии, которые я, может быть, в процессе не ответил, пропустил, или у вас, может быть, родились в конце, да? Я понимаю, что в какой-то степени, может быть, размытие случилось, наверное, понимание. Надеюсь, в какой-то степени немножко более концентрированное или там более явно четкий обрисовалась ее роль, да? Еще раз, в двух словах. Это с точки зрения классического проектного менеджмента, ближе к программному или портфельному менеджменту, да? Это что-то типа роли такого раздутого сервис-деливери менеджера на стероидах, да, который не только одним проектом управляет, но несколькими еще и приглядывает за апстримом, то есть за SRM-ной частью. DM от SEO и RPO. Тут, скажем так, как минимум в масштабе всей этой истории, да, от SEO, RPO, Лер, поясни, кого ты имеешь в виду, что в этом аббревиатуре скрывается.
А руководитель проектов или продукта, да, может быть, это CPO типа, да, руководитель проектного офиса. Ну, проектный офис вообще, опять же, тоже такое очень растяжимое понятие. В разных компаниях еще совершенно по-разному это все выглядит. Но ПМО чаще всего это все-таки рекомендательно-совещательный орган, который лучшие практики по проектному менеджменту внедряет, помогает внедрять в проекты. Но ПМО, как правило, не несет ответственность за конкретный проект. А delivery менеджер, ох, как несет. И даже не за конкретный проект, а за группу проектов перед своим менеджментом, да, и перед клиентом. Да, с точки зрения внедрения лучших практик, delivery менеджер – это, наверное, тот, кто первый адепт этих историй внедрения в своих проектах, и он может с ПМО, с офисом советоваться при внедрении. Да? Там, ПМО может прийти к delivery менеджеру и там, провести аудит проекта и убедиться, что, допустим, проекты этого delivery менеджера делаются правильно, да, по всем стандартам компании. Может быть, но тем не менее, все-таки ПМО – это скорее совещательный орган, задача которого – убедиться, что проекты делаются по стандартам компании. Но все-таки конкретно проект там делает проектный менеджер в ведении delivery менеджера, и delivery менеджер в конце концов за это все отвечает. Delivery менеджер отвечает за ресурсинг, да. ПМО офис не нанимает, не подбирает людей, как правило, да, в моем, по крайней мере, картине мира, не набирает людей в проекты. Да, все-таки их подбирает, например, delivery менеджер вместе с проектным менеджером, да, конкретных людей, исполнителей в конкретные проекты. Там обучает их, там, не знаю, там развивает, проводит встречи один на один, да, ну точно это не ПМО делает. CEO, ну, у него задачи, понятно, стратегические, там, operation officer – это все про то, чтобы операции в бизнесе производились. Он в какой-то степени, конечно же, взаимодействует с delivery manager. Delivery manager, возможно, наверное, там, в каких-то структурах он ему отчитывается, да, о том, о проделанных там вещах, какие-то операционные метрики, допустим, реализует и смотрит на них, и операционный менеджер, delivery manager спрашивает. Но это, тем не менее, скорее такое подчинение со стороны уже ближе там, к бизнесу или там, к стратегии компании. Delivery manager все-таки туда, в этом смысле, он является рассказчиком про то, как проекты двигаются и докладывает, условно говоря, наверх, да, CEO, куда это все двигается. Но он не больше, смотрите, в конкретных моментах он, ну, чем CEO, да, он, то есть, по мне, ПМО сбоку находится, да, CEO там сверху на уровне портфеля, там, на уровне стратегии компании, дальше delivery менеджер на уровне программном уровне находится, дальше уровень команд. То есть delivery менеджер находится вот здесь. Он в этом смысле ближе, конечно же, находится к командам, поэтому он рассказывает, как портфель двигается. Он CEO об этом докладывает, да, там, или делает так, что CEO это видит посредством метрик, там, дэшбордов, еще как-то, да, в зависимости от того, как они там договорятся. Но вообще, конечно, да, CEO в команду, естественно, не ходит. Как раз delivery менеджер появились, когда CEO начал пытаться выяснить у 5 разных проектных менеджеров, а где мы сейчас. И они, все 5 человек, сказали разную какую-то историю. И CEO такой почесал рэп, и такой, ничего не понял. Где мы сейчас, куда мы движемся? Мы вообще метрики выполняем, не знаю, там, операционные или нет. И появился соблазн найти этого человека, который вот этих людей всех объединит, а тем более, скорее всего, таких групп оказалось еще много. И вот как может, собственно, собрать эту информацию, с одной стороны, менеджменту рассказать, с другой стороны, рассказать командам, о чем менеджмент хочет, да, какие стратегические цели у нашей компании. Да, и он в этом смысле, конечно же, по отношению к CEO, конечно, чуть подальше. Есть еще какие-то моменты коллеги, какие-то вопросы неотвеченные, какие-то комментарии, дополнения? Так, хорошо, пока будут, если рождаются, пишите, как бы чат, говорится, мы никуда не деваем, пишите. Я тут расскажу еще буквально парочку моментов, какие нам от вас нужны. Во-первых, там за пиненной части находится у нас сообщение, где есть ссылочка на опрос. Я сейчас его повторю, пожалуйста, по возможности пройдите его, он там немного времени занимает. Это опрос на конкретно данный открытый урок. Можно их заполнить там сейчас, заполнять или в процессе. Ну и, собственно говоря, давайте в двух словах я расскажу, что происходит, как происходит обучение в Отосе, что мы там рассказываем, что и как мы рассказываем. Да? Сейчас сначала как, потом что. Значит, процесс обучения проходит в живом формате по вечерам. Те записи, занятия делаются, записываются и навсегда есть в вашем личном кабинете. Вы их никогда не потеряете, в любой момент можете пересмотреть. Вы пишете домашнее задание. По каждому заданию преподаватель дает развернутый фидбэк. Можно уточнять моменты. Чат тоже, как говорится, 24/7 доступен. Время на обучение примерно 4 часа на занятие, 4-8 часов в неделю на домашнюю работу. Работа домашняя будет, у вас будет проект. И, соответственно, программа обучения, мы ее допиливаем по, там, или изменяем по фидбэку наших собственно, студентов каждый раз, перед каждым запуском. Значит, кстати, программу курса прям посмотрим с вами на непосредственно на лендинге, что здесь у нас, что у нас будет происходить. Значит, вот формат обучения, как мы уже говорили, интерактивные вебинары, практика, активное сообщество, где вы можете коммуницировать и обсуждать какие-то вещи. Значит, мы обсуждаем, начинаем с того, что такое роль delivery manager. Многое из того, о чем мы сегодня говорим, мы на этих занятиях и расскажем.
компетенции, навыки, кто он такой. Дальше как раз прокачиваем навык проектного менеджмента, да, о чем мы говорили. То есть технический менеджмент – это вот он. Про проектный менеджмент мы как раз поговорим про управление поставками, методологии проектного управления. Там мы как раз коснемся классического проектного менеджмента, там, скрама, канбана, вот этого всего. Поговорим про решение стандартных проектных проблем, нестандартные проектные проблемы, какие бывают, как подходить к их решению. Поговорим про технический менеджмент. Вот про эти вещи мы сегодня с вами тоже затронули. Да? Это базовые инженерные процессы, продвинутые инженерные процессы, всякие там CI/CD, GitFlow, вот эти все. Про то, как оценивать проект, который вам принесли, да, валидация решения, технического решения, который, опять же, принесли, который вы там согласовываете с командой. Как вы соблюдаете контроль лучших практик в проектах. Опять же, delivery manager – это адепт лучших практик в проекте. Вот. Ну и, соответственно, задача технического управления в том числе. Дальше про управление процессами. Тут важно, что мы про всякие метрики KPI. Не помню, кто-то из коллег писал, что он обкладывает метриками весь value stream. Совершенно верно, потому что его задача – сделать его прозрачным, в первую очередь, для себя, чтобы понять, чем ты управляешь, да, и убедиться, что ценность проходит, да, не застревает нигде. Ну и для всех стейкхолдеров, которые заинтересованы в данном конкретном проекте, в данном конкретном стриме. Как убеждаться, что проект у вас здоровый, да, что он там или в какой-то момент нужно принимать какое-то там экстренное решение и, возможно, опуститься до уровня проектного менеджера или тимлида и что-то наладить в проекте. Дальше, естественно, отдельно, видите, большая часть мы поговорим про работу с командами, это про аудит команды, это про NPS, это мотивация, это коучинг, это встреча один на один, увольнение. Очень непростая тема, и менеджеры очень не любят эту тему, потому что, в общем, время от времени мы все с этим сталкиваемся, но все примерно делать это не умеем. А для этого тоже нужен определенный навык, его тоже будем прокачивать на курсе. А про NPS, про контроль состояния сотрудников, в общем, команда – это важная часть проекта любого, поэтому без этого никак. Проговорим про коммуникации, как договариваться, про переговоры. Коллеги сегодня как раз вы написали про переговоры. Мы об этом будем тоже говорить. Там не сильно глубоко, потому что есть отдельные вообще переговорные тренинги и так далее. Но, тем не менее, какие-то важные вещи мы точно затронем. И вы сможете важные переговорные, ну, по крайней мере, понять для себя, все ли там вещи вы умеете делать, может, какие-то надо прокачать. Вот, и какие-то мы тут прокачайте сразу в рамках наших практических задач на этом курсе. Ну и про взаимодействие с руководством. Важная история, как мы говорили, тут важно уметь не только эскалировать туда, но и общаться с бизнесом с точки зрения их языка. Там бизнес-метрик, понимание, как их бизнес-метрики достигаются через проектные метрики или метрики продуктовые, или метрики ваших фич, как это все взаимосвязано, вот это все, об этом тоже поговорим. Немножко по стратегию, потому что, помните, мы говорили, что все-таки проектный, не зря у него есть вот эта буквочка «И» английская в его профиле интерпренерства, то есть где он все-таки смотрит вдаль, и взаимодействует с менеджментом стратегическими с командами, как он целеполагание бюджетирования делает для большого проекта, больших проектов или на большое расстояние. Ну и будет проектный модуль, то есть это у вас будет некая тема такого проекта, который вы будете в процессе обучения реализовывать, в процессе вашей проектной работы. И, собственно, периодически будете его развивать, делать домашнюю работу и получать фидбэк на домашнюю работу, развернутый от преподавателей. В конце произойдет, собственно, та самая защита этих самых проектных работ. Так, тут, наверное, все у нас. Последние моменты, какие у нас с вами остались. Здесь давайте посмотрим программу курса, что у нас. Преподаватель. Ну, преподаватель, я уже сказал, это все практики в своем, скажем так, в айтишном бизнесе. Не только там теоретик, не только знает эту базовую все эти истории, но и на практике все это проверяют. Илья, собственно, у нас руководитель курса. Мой личный хороший там знакомый друг, давно с ним знаком, он даже был у меня на подкасте тоже, интервьюировали его. Вот, у него есть там свой телеграм-канал. Дима, Максим и Андрей тоже, каждый рассказывает свою немножечко часть, и они, скажем так, поскольку с разных сторон смотрят на эту позицию, дают вам такую возможность, вам как слушателям, такую стереофоническую картинку, или стереокартинку видеть. Помните, как раньше были такая плоская картинка черно-белая, да, на нее смотришь, и так вовле носа двигаешь, и появляется, как это поступает объемная картинка. Так вот, таким же образом есть возможность посмотреть с разных сторон и составить, скажем так, более объемную картинку позиции delivery менеджера и быть готовой к ее разным аспектам в разных, скажем так, как мы знаем, в разных компаниях немножко по-разному на нее смотрят, да, как мы уже говорили. Ну и давайте, собственно, повторим, о чем мы сегодня общались. Говорили, что про роль delivery менеджера, говорили, что это специалист, отвечающий за доставку продукта или проекта, или точнее продуктов проектов, я даже сказал, в рамках бюджетов и известных сроков. Задача, которая его основная, это координация команд, управлять этими сроками, опять же, вместе с проектным менеджером или создать следу, где проектный менеджер это делает. Но, тем не менее, он accountable за эту историю, да, responsible, может быть, собственно, сам проектный менеджер, но он accountable, delivery менеджер за эту часть.
задача обеспечить прозрачность процесса, понятность его для всех стейкхолдеров, но он является таким неким middle-менеджером вот на этом вот среде, помните, программном уровне с точки зрения лина и поток создания ценностей между стратегическим портфельным уровнем компании, да, и уровнем команды. Задачи ее основные, как бы можно разделить, как бы не задачи, а знания или навыки, там, знания на hard skills, soft skills. Здесь мы говорили, что, в общем, технические знания нужны. Надо уметь применять на уровне автоматизма задачи, которые, как бы, скажем так, коррелируют с насмотренностью delivery менеджера, когда он много проектов видел, много проектов запускал. Soft skills обычно нужны, как бы, для решения таких нестандартных задач, которые тоже прилетают часто к delivery менеджеру как к точке эскалации. Чем они отличаются от project от продукта, от delivery? Пересекаются, но не полностью совпадают. В разных компаниях это немножечко еще может быть сдвинуто, да, там есть, мы говорили, техническая составляющая, где-то delivery менеджер, там, не знаю, занимается финансовой составляющей, где-то нет, но чаще всего как минимум контролирует, да, а проектные менеджеры там более зрелые, самые финансовые составляющие считают. Но, тем не менее, как бы основная задача там продукта и project следить за экономикой проекта, delivery менеджер обеспечить выполнение этой собственной экономики, чтобы она была прозрачна, понятна и эффективна, и билась с целями компании на эту тему. Коллеги, все, у нас время совсем подошло к концу. Напишите в двух словах, какими впечатлениями уходите с вебинарами, что планируете использовать в работе, да? Что, может быть, самое важное для вас сегодня было? Что для себя самое важное вы сегодня открыли? В двух словах, что такое там, не знаю, важное для себя узнали? Может быть, какой-то вывод сделали для себя? Может быть, какой-то вывод готовы сделать. Да, может быть, до этого вы там не могли его сделать, сейчас можете сделать. Что самое важное было сегодня для вас? Что с собой заберете? Напишите, пожалуйста, в двух словах, коллеги. То многие из вас дотерпели, молодцы. Я понимаю, полтора часа – это непросто дотерпеть, даже слушать, вот, выступать. Еще сложнее, но слушать тоже очень сложно. Напишите в двух словах, что, с какими впечатлениями, да, что интересного, нового или важного сегодня заберете с собой? Что, может быть, допустим, будете использовать в работе? Может быть, вы уже delivery менеджер или там delivery lead и поняли, что вам нужно, например, прокачать какой-то навык, да, или какие-то знания, какую-то новую для себя область открыли. Я, наверное, пути. Прекрасно, Георгий, это замечательно. Приходите к нам, в смысле, в наш курс, точно поможем недостающие навыки или там проседающие навыки прокачать, потому что курс построен именно вот по такой вот карте навыков delivery менеджера, где как раз эти навыки прокачиваются, в том числе на практике. Это важная история на практике, потому что что-то узнать и пойти сразу внедрять в команды бывает сложно. Могут, как говорится, и обратный фидбэк прилететь. И вот лучше попробовать в какой-то безопасной среде, в такой, как курс, например. Вот мы здесь, собственно, помогаем на курсе это сделать. Что еще? Какие впечатления, коллеги? Что может быть? Может быть, какие-то вещи остались непонятными. У нас еще будет, давайте сразу об этом сформулируем, будет еще два открытых урока, где как раз Илья расскажет, что он какие-то маленькие вещи из курса delivery manager, да, там или около того, которые уже идем путем delivery lead. Хорошо. А delivery manager — это модное, молодежное переназвание программ менеджера, которому дали право нанимать и увольнять инженерный став и зачем-то стали между CTO и тех лидами. Ну, зачем, понятно почему, да, еще раз повторюсь, потому что в больших организациях, где CTO, в маленьких организациях, где CTO близок к проектам, он, естественно, не нужен, да. В больших организациях, где команд становится много, уже даже не просто команд, проектов, а продуктов становится много, их объединяют в какие-то мета-сущности, в те самые программы, за программами должен следить программный менеджер, да. Если бы он был, не был нужен, зачем бы его проектный менеджмент придумал, да. А delivery менеджер – это в какой-то степени синоним этой истории, но он имеет немножко более размытые границы, потому что он, например, живет еще delivery менеджер в продуктовых компаниях, да. В продуктовых компаниях программный менеджер, как правило, нет. И там, скорее, delivery менеджер. А так это, в общем, синонимы, да, это не то, что какие-то полностью несовпадающие вещи, похожи друг на друга вещи, но в продуктовых компаниях некоторых там есть уклон в историю, связанную с технологической частью, да, там, с технической частью, где-то уклон именно в менеджмент, а где-то уклон в вижен, например, продукта, а где-то уклон именно в инженерной практике. Поэтому надо смотреть, что конкретно требуется в конкретной организации, куда вы там хотите попасть. Все, по делу, спасибо. Узнал, что входит в компетенцию загадочного демо, но пока не поняла, что конкретно прокачивать. Вроде уже по всему немного уже обладаю, наверное, резюме надо прокачать. Резюме тоже. Можно, собственно, по резюме походить и узнать по рынку, ну, а можно, собственно, прийти к нам и понять, какие навыки, скажем так, требуют прокачки, да, потому что мы как раз вначале некий такой позволим сделать вам некий self-assessment, точнее, попросим вас сделать self-assessment по тем навыкам, которые мы вам озвучим, и вы примерно себе поймете, какие навыки больше проседают, какие требуют больше внимания, вы сможете это на практике прокачать, да, дать фокус именно в те вещи, которые на практике проседают.
Очень похоже на то, что я делаю из проекта в проект. Курс будет полезным, по крайней мере, понимаю чуть-чуть глубже по основным аспектам. Пока не готов к курсу присоединиться, но надеюсь, что будет еще поток. Будет. Потоки регулярно набираются, там раз там, в 3 месяца где-то примерно. Так что приходите, там, в 3-4 месяца приходите, обязательно следующий поток. Будем рады вас видеть. Ну, собственно, как раз мы пришли к теме, собственно, когда будет следующий набор. Следующий набор как раз стартует 27-го, 11-го, то есть через месяц. Длительность 4 месяца, поэтому QR-коду можно этот курс записаться, и там даже, по-моему, какая-то скидка есть. Тут я уже не зачту, про QR-коды пройдите, посмотрите, там даже, возможно, будет чуть дешевле все это оформить. Следующий открытый урок, как я уже говорил, проведет Илья, как раз руководитель нашего курса. Он пойдет в вебинар на тему «Один в бэклоге не воин, как наладить работу в команде». Про командную работу, помните, мы говорили, это часть задачи delivery-менеджера, работа в команде, причем своих менеджеров набрать в команду или помогать команду своего проектного менеджера или тимлида выстроить, это тоже важная роль delivery менеджера, которую он умеет и должен уметь делать. Вот, про то, как это сделать, как раз как это делается, да, Илья и расскажет. Ну и, собственно говоря, последнее напоминание, пожалуйста, заполните опрос. Он снова, еще раз повторюсь, сейчас в чат кину вам еще раз ссылочку на этот на опросник. Он занимает не очень много времени. Если есть возможность, пожалуйста, заполните. Мы обязательно все посмотрим. Коллеги, на этом все. Я фанат, спасибо большое, Лера, я фанат тайминга, немножко мы во времени не уложились, вот, немножко задержались на дискуссиях, но это прекрасно, в дискуссиях рождается истина, я рад, что у нас дискуссии эти состоялись, я рад, что эти вопросы позадавали, надеюсь, я был вам полезен в какой-то мере, помог вам в понимании этой позиции проектного delivery менеджера, да, чем он отличается от проектного или продуктового менеджера, какое место занимает в структуре вашей компании, насколько далеко или близко вы сейчас, или, может быть, вы и есть delivery менеджер. Ну и добро пожаловать на наш курс, где мы как раз поможем допрокачать, понять, каких навыков не хватает, и допрокачать их в безопасной среде, где будет возможность, как мы говорим, обляпаться мороженым, да, и потом прийти уже на практику к себе в компании и уже начать применять более-менее отработанные навыки и расти дальше, там, как delivery менеджер или в позицию delivery менеджера. На этом спасибо. Спасибо, что пришли. Ждем вас на следующих мероприятиях. С удовольствием Илья вам там расскажет. Илья хороший, отличный спикер. Много чего интересного вам расскажет. Точно в накладе не останетесь. Все, на этом спасибо. Всем хорошей работы, где бы сейчас не работали, и хорошего отдыха, если сейчас отдыхаете. До встречи на следующих открытых уроках. Всем спасибо. Пока-пока. Пока, коллеги.